Чарлик, в чем дело-то? Чарлик. Так, ребят, короче, отписал Юра, писал всем. Так, ну что же, все, ждем начала. Сейчас все расскажу. Погодите, руки надо помыть. Забыл я помыть руки. Так, все, руки помыл, ребята, ждем, короче, пока почеркают. В общем, сегодня второй день Старлайна, группа D играет, соответственно, та, которая может сыграть, соответственно, сейчас. Аверс Лиссандра, первая пара, Неразим Лайтвейт, вторая, три просто, один тиран в этой группе, ждем начала. Сетки там добавлены везде. И вот пацаны вроде как подчеркали все. И это очень хорошо, конечно. Все, ребят, создаем. Корисари сегодня тоже опять стримит, кстати говоря. Вот. Так, ну что, Аверс готов. Поехали. Лиссандра тоже готов. Начинается первый матч. Будет 3, соответственно. Далее Лайтвейт против
Неразима. Дальше лузерский матч, винерский матч. Так. Игра приостановлена. Паузу у нас что-то погнал. Аверс паузу просит. Ну вот, вы видите, соответственно, Лиссандра на 5, аверс на 11, Лиссандра оранжевый, аверс красный. Надо попросить их цвета будет нормальные поставить потом по ходу дела. Вот. Игра возобновлена. Возобновляет аверс игру. Все, поехали. Я думаю, что аверс здесь, безусловно, фаворит в этой группе. Безусловно. В смысле, фаворит, точнее, в этом матче, не в группе. Неразим еще как бы неплохо отыгрывает. Как Лиссандра Лайтвейт смогут выступить, для меня загадка, если честно. Так, ну приезжает сюда пробочка. На разведку от Лиссандрика. Аверс играет, соответственно, газ, барак, рипера, цецеху. Фактурку, по ходу дела. Может быть, это да. Не может быть, а это будет мех, потому что аверс вообще био не играет никогда. Вот в чем прикол. Практически, как бы, это исключительно мех тиран. Против Протоса очень тяжело, правда, в мех играть, но аверс, я думаю, готов вполне. У него ММР неплохой был в последнее время. Вот сейчас что-то с пионом завтыкал Лиссандра. Кстати говоря, обратите внимание, я очень сам много раз так ошибался, но потом поднатренился. Как бы, ну что, надо вот очень четко пилон второй ставить. То есть... Лиссандра ставила уже на 22-м лимите, а пробка уже строиться начала, как бы она на 21-м ставит, чтобы кибернетичка, когда доделывает, сразу можно сталкера было закатить или адепт. Смотрите, в итоге просто 5 секунд все будет простаивать, как бы это очень-очень плохо. То есть, прикиньте, сталкер, адепт строится 27, сталкер что-то 30, там 3 что ли, по-моему, на 6 секунд дольше строится. Вот, и в итоге ты просто тыкаешь на вот эту разницу. Это не очень хорошо. Но все равно адепт выходит под Нексус, и нормально. Здесь просто тут надо стоять, здесь будет и все, Рипер никуда не пролетит, соответственно. Лиссандра еще один буст кидает в гейт, зачем он это делает, понятия не имею. Достаточно было первого юнита забущенного, то есть адептов... встретил адептом Рипера, как бы, а дальше-то что дальше, зачем, короче, туда бусты кидать вообще. Хотя в итоге сталкер-то идеально, тут вышел Рипера, отогнал, это хорошо, но просто адепт куда-то увел. Сам Лиссандра, можно было второго подстроить адепта, он вышел бы с нормальной скоростью. Так, Аверс спустился, Марики вниз. Ну, короче, это Марики плюс дроп минок, похоже, двух. Будет сейчас со стороны, с его стороны. Точнее, это даже, наверное, будет просто дроп минок.
Интересно, Минка и 4 Марика, а, может быть, да, Минка и 6 Мариков, я думал, может, 2 Минки и 4. И я вообще не угадал, потому что это Минка и 4, то есть место осталось в Медиваке еще. Третий вариант избрал Аверс, не знаю, так, а смысл было не брать вот этих двух Маринесов. Понять не имею. Так, факторка подъезжает, Рейвен заказан. Так, тут на третий, на второй чине был залет. Это Рипер залетел и отдался. У Лиссандра 43 рабочих, соответственно, 44. Блин, почти готов. Третий Нексус попер. Пока все четко. Здесь Минка, а здесь 4 Марика. 6 еще, ну даже 6. Вот 8 Мариков могут Нексус строящийся пробить. 4 уж точно нет, как бы. 6 получше бы, конечно, дамажили на 50%. Так, две фаржи. Ну, понятно, Лиссандра сейчас грейды будет делать, все стандартно. Так, сталкерами Минку убить хочет. Убьет. Ну, я думаю... Так, а что боится-то, Лиссандра? Странно, вот в этих квадратах надо было просто вот до сюда добежать. Здесь бы Минка начала петлять, и сталкер бы вот на вот этом отрезке с его ранжом, как бы до сюда подходил, он бы успел бы стрельнуть 100%, как бы. Что если вот вы гонитесь, мой совет, на этой карте за юнитом каким-то, допустим, с равной скоростью сталкер-сталкера, сталкер-минка, как бы, а у них равная скорость, то здесь, как бы, ну, вот просто на карте или вот на вот этом пространстве нет смысла. Но если впереди квадраты эти, то он будет, будет обходить их и потеряет скорости по отношению к сталкеру, как бы, и будет выстрел произведен. Значит, минку можно было забрать, аверс вообще на нее, кстати, забыл о том, что она существует. Так, а у Лиссандра тем временем третий Нексус раскачивается, плюс гиты. Бустит еще рабочих. Вот теперь вначале не бустил, а теперь бустит, блин. Но на этой-то стадии вот уже куда грейд надо кидать. В грейдики бусты, чтобы тирана обогнать в хлам вообще. У Аверса две поздних армори. Вижу, кстати, третий соцех устроит. Полетит, видимо, на какую-то базу вперед занимать. Можно было значительно раньше, как мне кажется, третью просто в кармане поставить. Тирану, как и Процу, Зергу важно все, и минералы, и газ. Тиран уже, во-первых, он мулами может жирные минералы здесь качать. Во-вторых, можно просто газ, нужен очень сильно, как раз, чтобы две армори заработали грейдики на мех там и не только. Да, полетела цеха, но не вниз, а на 9 часов стандартных. А здесь попытка чего? Здесь попытка 4 гелика попытка. Ну, блин, там нету синего пламени, вот что плохо. Отсюда спокойно изи могут заехать на третью базу гелики. Здесь надо гейт заказывать, и здесь гейт просто стоять, ну, вот, стараться стеночки делать. Сейчас. Так, аверс цеху третью занял. Гелики, танки начал уже строить. В хороших количествах. Так, дает им проехать. КСМ-ки переезжают. Вроде нормально переводятся. Добыча сейчас начнется. Сука, фактурок работает. Здесь 4. Старпорт на реакторе. Нестандартное количество фактурок. Я вам скажу, 4. Обычно, ну, 5 работает на такой стадии фактурок. 3 лавы, 2 реактора. Вот Айвер строит еще одну фактурку. Здесь 4-й Нексус. Ну, против меха, соответственно, пассивная игра складывается очень у... Лиссандра по чуть-чуть базы строит, Аверс просто строит боевой лимит, он третью занял, наверное, сейчас четвертую займет, возможно, карманную цеху. Потому что здесь можно орбиталку построить, а 4 орбиталки на такой ранней стадии, это сила. Вот. Протус уже, считаю, нужно бустить грейды, ему нужно не стесняться, ему нужно вот эту базу занимать, то есть сразу, как бы, доводить рабочих там до 80 и более там. Подстраивать там, если землей собрался воевать, то есть что нужно против меха, понимаете, то есть... Вариантов несколько борьбы с мехом. Либо вначале пробить какие-нибудь блин кушем, либо вначале, допустим, Архона, зелки с чаржем, сталкер и блинк. Сюда на мейн призмы залететь на варпе зилотов и одновременно, вот, возможно, даже со второй призмы сюда проатаковать. Второй вариант борьбы с мехом. Третий вариант это выйти в воздух, там, старгиты, темписты, карьеры, вот, с грейдами.
на лейте, как бы. Вот, имея такую армию, вот уже сейчас можно было бы где-нибудь сныкать. Вот здесь там два Астрогейта, самый главный грейдик на атаку начать делать, как бы. Вот. И четвертый вариант, это гейтовое мясо, там просто масс-базы, рабочих штук 90, как бы, гейтов штук 16 где-нибудь строить. Бустить, максимально бустить грейды, то есть надо, чтобы бусты шли в фаржи. Нужно делать, короче, и поля тоже, и одновременно можно атаку добавлять, даже ты воздух не строишь, вдруг потом захочешь свичнуться. Ну и там роботик со штучки 3. И можно сделать даже робо-бэй, сделать призмом скорость, сделать призмы штуки 3, когда выход от тирана будет, можно прям тремя призмами 6 имморталов в центр танков завозить, как бы туда прям варпить, а с другой стороны атаковать вот этой армией, как бы получается. Но для такого стиля нужно вообще грейды просто жесть масить, как, то есть нельзя вообще на них жалеть, вот сейчас, например, броня не заказана, Лиссандра, нужно и поля делать тоже. Даже если ты отожрался жестко, можно 3 фаржи построить при таком стиле. Вот. Ну, Лиссандра что-то похожее на последний вариант здесь, но, честно говоря, как-то он вяло базы ставит, то есть тиран занял карман, но и в итоге просто 4 в 4 бьется, никуда не годится. Просто надо больше экономики против мех-тирана, чем вот такая на этой стадии. То есть здесь надо накопить реса, а потом уже как-то боевой лимит вообще-то отстроить. Причем прикол в чем? Что если вот тиран будет выходы делать, надо постоянно держаться в центре и ни в коем случае не драться с ним. То есть надо идти всегда в размен. Например, сейчас если Аверс выход пойдет, хлоп, на вторую базу пришел там и напал. А сам, допустим, где-то ныкаешь, опять же, карьер в воздух там подстраиваешь. Здесь-то против воздуха вообще пока очень мало ресурсов у тирана. А выход делая, он подумает, что просто ничего не успел там перейти, а ты там где-нибудь сныкал, там 4 карьера вылетело, даже на халяву землю начало убивать. Да даже 2 может зарешать такой ситуации. Главное, что опять же атаку делать. Вот у Аверса 200, у оппонента его 200. У Аверса вторая атака только делается за втык с грейдами абсолютную. Просто 3-3, воздушная атака, 3 карьера, плитбикон. Зачем только на внешней базе делать, непонятно все это дело. Прилетают 2 либератора, оба уничтожены в одном и в другом направлении. Здесь что-то пытаются Аверс шатать. Ну, это вообще ни о чем шатание было, все сдохло само собой фактически. Вот только старгейты не надо так строить с литбиконами. Вот же пространство, где есть, и здесь тираны как бы грамотные на самом деле будут сканить в этих местах, но пока от Аверса я тут сканов не видел, и особо от него сканов вообще не слышно вообще. Так, пошла атака. Решил Лиссандра, что надо с Аверсом ему лоб-лоб подраться. И посмотрите, как здесь танки бомбят. Ну какой гигантский даварп, ребят. Кажется, Лиссандра Аверса здесь просто сносит в хлам. 3-3 грейды решают. Зилоты со всех сторон поналетели просто. Ну и вот грейды зарешали. У Аверса как-то армия растянута была. Во-первых. Во-вторых, я... Кстати, подумал сначала, что даже с такой растянутой армией Аверс должен победить, но нифига. Хелбаты кончились, танки смяты были даварпом просто. Это 1-0 Лиссандра. Аверс покидает матч. Вообще в хлам, короче, Аверса что-то Лиссандра разнес. Вот. Но я не видел ни минус брони не попало по этим юнитам, ничего, как бы рейвены где там, либераторы как-то странно сработали вообще. Так, что-то Юра сегодня скинул, что Аверс, типа, все там, ливает, как бы. Но, честно говоря, Аверс уже шливал, по-моему, один раз. И я даже не знаю уже, какой там Аверс раз ливает, вот. И зачем об этом писать в Твиттер, я тоже не знаю вообще.
Так, ну что? Что создавать-то? Так, все, катализатор у нас. Бляха-муха, не так создаю. Так, что-то... Бля. Вот Аверсу, мне кажется, не из Старкрафта ливать надо, а... Так, поехали. Вот, короче, у Аверса слишком большой мультитаск что-то сегодня. Он успевает, короче, и здесь в батле гул писать, и еще и с Ревчиком сраться в чатике, как бы. Прикиньте, как, какой многозадачный Аверс у нас. Только нужно, блин... Нужно в Старик побеждать. Так, ну что, Лиссандра 1-0 повел, паузу просит. Лиссандра, что-то случилось. Так, лагает? У меня не лагает. Так, погодите-ка. Я чай в кофе налил, секунду. Игра возобновлена. Так, ну все, катка продолжается. Что-то там у Лиссандры неприятные какие-то подлаги. А тут-то пошли, смотрите-ка. Билды элегантные, короче. Игра приостановлена. Так, Лиссандра говорит, у него норм-пинг лагает. У меня тоже норм-пинг 55 и не лагает даже, я смотрю. 58, кстати, тоже. Ребят, здорово всем еще раз. Смотрим Starline группу D. Помните про то, что надо поддерживать мой канал. Много, точнее 50% идет
на призовой фонд на турнир в Москве. Также я сегодня принял решение, что то, что Спайк обещал, Данил и Кул, там Саня обещал тоже эти деньги. Спайк десятку обещал, Саня не знаю, сколько там, ну сколько сможет тоже. Вот, эти деньги 100% пойдут призовой, потому что надо 60 собрать. То есть можно сказать, что 45 где-то мы уже примерно точно будем иметь. Вот, а дальше все будет от вас зависеть, конечно. Так что такое дело. Ну и можете Starline поддерживать, соответственно. Только единственное, блин, надо ссылку иногда скидывать на него. Может, Юра будет скидывать. Меня закрыто она вчера скидывала, я сам. Вот. Ну что, проверил Лиссандра, видит то, что... Опа, Уайверс ЦЦха вообще пошла на ХГ. Ничего себе. Так, Зилот, после Зилота ничего не делается. Сейчас Рипер будет готов. Будет второй Рипер, интересно, вообще. Похоже, что не будет. Да, Миш, что-то вообще... Да, я забыл кофе, от... кофе сполоснуть, там жмых этот, короче, в кружке. А я как бы, ну, туда чай настебал. Зато как кофеще, как кофейку еще раз попил. Так. На наши зомби напали. Завязывайте уже мериться зарабатыванием своим в чате, ребята. Я здесь, среди теней. Такс. Веселый всегда у Рева Саверсом чатик, конечно, получается. Такс, здесь у нас барак один возвращается. Три барака сейчас будет у Аверса. Слушайте, Аверс решил био собирать, ничего себе. Нежданчик просто полный. Это заготовочка поехала. Так. Две лабы пошло. Слушайте, факта реактор. Здесь, походу, еще... Факта Старпорт. Здесь, походу, реактор будет. Нахера Аверс такую стенку городит из здания? Я просто не понимаю. Ну, он в био мало играет. Ну, в мех-то, как бы, когда играть, тоже факторки. Еще более надо грамотно их размещать. Почему? Потому что марики-то, они протиснутся везде, как бы. А танки Торы, они вообще там офигеть. Надо правильно здание ставить, чтобы проходило все. Но это все мелочи жизни, как говорится. Тут оракул вперед летит, а у Аверса ни туретки, ничего нет. Хотя зато есть циклон и... Так, Минка придет, успеет вкопаться, интересно она. Оракул на подлете, уже Минка, вот она приходит. Чуть Аверс через шифт ее водит. Закопался где? Где-то там, короче, закопал. Вот она, Минка, с краешку там находится. Чё-то Александра, короче, сюда даже не долетел в итоге. Второй оракул прилетает. Ходит тут аж с гранатками кидает. По чуть-чуть. А вокруг него тут оракула два патрулируют, летают. Ну, Лиссандра так, ревелейшн кидает. Кстати, здесь есть где еще подрезать, ну, можно, правда, на минку прилететь и лишиться оракула одного. Интересно, удивлен ли Лиссандра, что Аверс играет так? Вот если бы я увидел от Аверса бью, я бы лично был бы удивлен, например. Но опять же, у Аверса, смотрите, какие-то нелепые саплай-блоки. В итоге вместо двух медиваков один, то есть вместо четырех будет три в перспективе. Био вообще не строится часть, ну смотрите, вообще ничего в данный момент не строится.
Депух в продакшене нет, а supply блок жесткий, то есть надо кидать их supply походу. Вот. Ну, видно, что Аверс не на опыте игры бьются, у него просто, короче, проседает. Все, здесь. Вот сейчас экса supply ток кидать надо, иначе без боевых юнитов останешься вообще. Так, Марики со щитами циклон. А здесь уже сейчас будет центря с гвардианом, плюс дилет с чаржем, ребят. Буквально остается тут до чаржа. Сколько остается-то? 90 секунд, 10 секунд, так они еще и под бустом, этот чаш-то под бустом еще. Все, он сейчас будет готов через пару сек. Нужен довар. Обязательно нужен довар. Пошел гвардиан, зилоты прыгают вперед. Кстати, хорошо, зилоты прыгнули, так что на других дамага практически не прилетело со стороны минки. Ну и все, надо сейчас второй волной просто отбиваться здесь Лиссандрику, что он и делает. Странно, что он не построил фениксов по этому билду, хоть штучек несколько хотя бы. Аверс пытается задропать, дропнулся на вторую. Да, неплохо дропнулся. Да, выпилил несколько рабочих, но просто их восстановит сейчас быстро. А если здесь еще медиваки будут потеряны, так вообще можно проиграть игру, мне кажется. О, 3-4 Марика, мародер приходит. Бах! Вы видели, минка? 7 рабочих минус. На мэйне Марики шатают. Тысячу тавер зашатал бедного Лиссандра по всем направлениям, но у него как бы рабочих еще столько же до сих пор, как у Аверса практически. Грейды. Есть броня здесь 1-1. Но Аверс тоже 30 цеха, пару бараков добавил. Строить здание, я тебе скажу, это серьезное занятие, Квейкер. Навряд ли кто-нибудь в Германии Аверсу даст строить здание. Вот. Так что тут дело такое. Даже в плане того, что принеси, подай, иди, сам знаешь куда, не мешай. Вот. Даже в этом плане, мне кажется. Так, 4 медивака дроп от Аверса, кстати. Здесь у Лиссандра вообще не с чем встретить. Просто 4 зилота, 2 сталкера стоит. Что это за смех такой? Гиты начинают падать. Аверс бьет разные здания. Он вообще что делает? Где фокус-то чего-либо? Так, там сталкеры варпятся. Кстати, здесь минки 2. Одна вот, одна здесь есть. А, здесь 4 минки. Почему минки сбоку-то здесь вообще не... Ох, как прилетает здесь больно! Минус 28 пробок, слушайте. Аверс что-то в био как-то на контроле. Лиссандр зашатал. Здесь либератор на второй. Надо улететь, забирать еще мародера. Здесь вот эти три минки вообще непонятно, для чего они закопаны в той позиции, в которой они закопаны. Я вообще не знаю, если честно. Блинк есть у Лиссандра? Нет, блинка нет. Либератор на кис погиб. 54... Так, 24 рабочих осталось. Кстати, сейчас сталкеры могут прийти сюда на минки сами просто. По себе. Да, приходит, смотрите, Лиссандра. Жесть, вообще еще и три минки этих бахнули. В итоге разменялись, Аверс просканил это, заметил. Треть ЦЦ-ху добывает, 2-2 грейды делаются. Бариков подотстроил, еще один старпорт. Ну так, я бы сказал, вот так себе бью от Аверса. Но Лиссандра не готов был к Харасу этому вообще ни разу, как бы, и отдался. Хотя по билду Аверса все ужасно было там в плане строительства юнитов. Изначальное здание. Так, сколько бараков у нас есть? Бараков у Аверса здесь 6, а не 7 на мэне, 2 здесь, 9 будет в перспективе. Вот. Гост-академия гасты пойдут. Медиваков сколько у него? 4. Медиваки вообще не строят. Какие-то либераторов начал строить. Ну, либератор с ренжом это сила, конечно, но... Как мне кажется... Так. Оборона у Аверса. Вот реально видно, что мех-тираны в био мало играет. Все растянуто. Ну, то есть, био обычно компактненько стоит, чтобы резко начать, ну, простимиться и контролить, начать эти
Мех же обычно растянут, как бы, да, там по сторонам, чтобы прикрывать все направления. Вот Лиссандра идет, здесь бункеровщик у Аверса миллиард вообще. Дропщик на мейн на третью забегание, на второй либератор раскладывается. Можно ГГ Лиссандра писать, и третья карта нам понадобится в этой игре, ребята. Здесь все ясно. Абсолютно ясно. Предельно. В России строят таджики здания. Не знаю, у нас здесь строят и из Белоруссии люди, и из Латвии люди приезжают строить. Раньше, когда курс не был, по крайней мере. Вот. Потому что там работать негде, короче. Ну и они тоже, как бы. Да, они разные бывают. Из Украины там, я помню. У нас тоже тут ездили. Да откуда много? Много откуда, короче. Так. Бля, как вот... Как сделать, чтобы этот ссаный чат игротеки не открывался, ребята? Я вообще понятия не имею. Ну, кстати, смотрю, минки очень прикольно зашли, они так по отдельности были вкопаны, и вот идеально они в зелков стреляли, не все вместе в одну точку и дэмэдж в никуда, а там по, ну, максимально эффективно дэмэдж распределяя. Так, короче, Лиссандра перелогинится, потому что у него лагает. А Аверс пойдет в туалет. Вот. Не будем шутить, с какой целью он там пойдет в Германии в туалет. Ладно. Ребята, пока есть возможность, спамлю, что рекламу я пилю, во-первых. Во-вторых, поддержите меня, мой канал. Надо собирать призовой на лан. Турнир в Москве, и можете также и Starline поддержать, естественно, но... Сейчас я вам даже скажу, где вы можете его поддержать. Вот ссылочку поднакидаю. Так, Лиссандра тут.
Аверс, юморист, блин. Так, ну что ж, 1-1 у нас, поехали. Так, ну что же. Карта третья решающая. Давайте по игре, ребятки. Starline, все вы знаете, что там поддерживает, что уже лан будет 14 апреля. Я думаю, уже все, кто здесь смотрит, знают практически. Ну, может, кто-то не знает. Иногда там бывает и такое. В общем-то, у нас получается карта Blackpink. Третья решающая. Лиссандра на часе появляется. Аверс на 7 часах. Пилон гейт, Гаснекс, кибернетчик от Лиссандра. Вот это что вообще за пилон гейт? Вообще непонятный. Вот пилон сюда ставишь, и все, вот краешком вот к этой хрени, короче, примерно по центру вот этой штуки, и все. Говорит, прошли лаги. Лиссандра пошел газ. Пробочку в газ второй пилит. Ну и пилончик пошел. Ну в этот раз пилон вовремя ставится, то есть он как раз под кибернетчику доделается. Вот. Бустов пока не тратит Лиссандра. У Аверса то же самое, то есть через рипера билд. Газ-барак, рипер, цецеха, факторка с реактором. Заказывается адепт и сразу буст пошел. И варп заказан. Так, пробка уйдет. Да, ушла пробка, все в порядке здесь в этом плане. Интересно, будет ли тратить в этой игре второй буст у нас Лиссандра. И делается не что иное, как Твайлайт. То есть это будет, по-видимому, блинк сталкера. Так, что-то пока не наблюдаю, честно, в заказе сталкера. Вот он заказан. 30 секунд. А нет, 3 секунды разница адепта со сталкером, кстати. Почему я 6? Откуда я эту цифру взял? Я даже не знаю. Ну, 3 секунды это немного. Это очень немного. Бустятся пробки. Сталкер сейчас будет готов. Вот проблема буста этого сталкера. Первый буст, я считаю, нормально кидать. Потом два буста. Если ты здесь два накопил, как бы получается, здесь один, лучше кинуть в экономику. Почему? Потому что адептам проще постоять до выхода сталкера и пойти вперед, чтобы сталкер рипера отгонит. А в итоге ты его буст кинули, то есть сталкер раньше вышел, а дальше-то продакшена нет, то есть юниты новые не подстраиваются. А так бы подряд бы строил бы просто и все. А бусты новые уже бы кидал бы в Twilight. И экономика бы сильнее бы на пару пробок бы была, потому что буст за счет буста они подстроились. Есть плюс 2 гита батарейка. Так, кстати, у Аверса через 2 циклона билд. Иногда, очень часто, я даже сказал бы, агрессивно играю через этот билд вообще. Аверс тут на патруле. Рипером сверху. Все, три сталкера, еще один буст. Блинк, пошло руба у Лиссандра. Ну, пробочку отдан, антилон единственное, что успел построить Лиссандра.
Аверс благополучно на этом пилоне Рипера слил, кстати. Вот если пилон не заковал, он не стал бы на автоатаке его атаковать. И, может быть, даже улетел Аверс. Хотя, с другой стороны, он стал бы на автоатаке юнитов атаковать. Алессандро и также отдался, если Аверс Рипера не контролил. Кстати, вторая игра в биллу от Аверса, ничего себе он дает. Да это прям неожиданность какая-то полная. Алессандро даже не знает. Я подумал бы, блин, одну Аверс игру, если Александр играл, одну Аверс игру в биллу сыграл, куда ему вторую там? Здесь стопудово мех будет, а нифига биллу опять же. Так, циклончиков видит Алессандро. Двумя сталкерами только вперед пошел, чуть-чуть, но остальные дома в обороне от всяких залетных либераторов там и т.д. Две фаржи делается, плюс два гейта делается еще. Так, надо сначала 1-1 в фаржах заказать, а потом уже гейтов добавить 3 штучки, чтобы их 6 стало. Так, вот атаку заказала, броня где? Броня-то не заказывается, да, вот пошла и броня. Так, здесь пробка стоит, уже дистанс майнинг несколькими пробками идет, но это то, что она направит, что она стоит, это вообще ничего не делает. Прям на мейн опсом залетает у нас Алессандро, видит, что у Аверса 5 бараков будет, факта реактор минки и в старпорте. Ну, если это био, ну это предельно понятно сейчас стало, что это био. Бустится 1-1, я уверен, что эти грейды успеют к выходу доделаться. Ну и даже если сейчас Аверс пойдет, то пока он идет по карте, тут уже 1-1. Ну атака точно успеет, там 40 секунд остается до нее. А под бустом это, соответственно, сколько там, это 30 секунд получается на 50% эффект. А, погодите, почему? А, ну да, все правильно. Все правильно. Походу, да. Все, да, подъезжают грейдики. Кстати, как-то они даже сравнялись по таймингу. Сразу 2-2 Алессандро заказывает. Под варп дилотов идет. Чаш есть. Да, чаш, блин, есть. Есть иммортлы, есть сентря здесь. О, выход с КСМщиками. Видит, кстати, все абсолютно здесь у нас Алессандро. Что, он прям с ХГ собирается бой дать. Авер случайно загрузил несколько юнитов в медивак. Это ошибка была. Два пилона добавились. Надо варп проводить просто и атаковать потом зилками. Чего не ждет-то Алессандро? Дал Аверсу разложиться. А зачем? На сбоку-то с этого обойти и все. Аверс стимится, пошел вперед, Алессандро сбоку зашел. Кстати, успевает перевести, что ли, все? Идут зилоты вперед, минка бьет по ним, по зилотам, вообще жесть как. Если сюда варпить, то тут медленный варп будет, мы это сейчас и наблюдаем. Как же Алессандро убого. Сам себя развел, прикиньте, просто зашел, типа, сейчас спину зайду, Аверс это увидел, вперед прошел и оказался сам просто в тылу Протоса. То есть Протос сам себя развел сейчас и проиграл игру эту. 52-28 по лимиту. Так нелепо Алессандро отдал. Сейчас я просто в шоке. Меня бы бомбануло реально, если бы я играл бы и так отдался бы. Надо было, как Аверс сюда ломанулся, назад вернуться на самом деле. То есть Алессандро решил, что это какой-то фейк походу от Аверса и пошел куда-то там. Ну, ну смотрите, он все равно отбился с 1-1 и с даварпом, прикиньте. То есть у Аверса не было щитов долгое время. А у него до сих пор нет щитов. Ё-моё, Аверс щиты забыл Мариком. Я думаю, что тут не так вообще? Он, короче, ни Нексус не добил, ни хрена здесь не добил. Ребят, ну это практически победа Алессандро. Перевернулась игра. Я думаю, уже все сейчас отдастся, короче. Не отдался. И я, мой фейл, моя ошибка. Я вообще не обратил внимания, а то щиты отсутствуют. Это очень сильно зарешало. Ну там не только в щитах был косяк. Там еще не в кучке пехота была, лечения мало было. То есть много таких компонентов. Так, Либератор 7 пробок убивать. Ну, Аверса все еще, кстати, больше боевого лимита до сих пор. И он до сих пор не видит, что щитов нет. Это же жесть какая-то. Пошел вперед.
Мародеров дофига, мариков мало, они вперед идут еще и без щитов. За мародеров надо как-то их сныкать, получается бы. А как их сныкаешь? За мародеров. Здесь Бардин пошел Лиссандр в атаку. Авер стимится, дает бой, мариками уходит назад. Мишка. Минки хорошие залпы делают. Слушайте, Аверс неплохо здесь дрался. Но как же сильно решает 2-2 на протасе здесь в данный момент. В итоге по лимиту Аверс проседает. Грейды великолепные. Мортлы сталкера разносят просто все. Это печаль какая-то. Здесь на муве все сливается. Аверс лузера упадет сейчас. Аверс в конце заметил, что забил щиты нужны. Так, ну что, жду карты, сейчас отпишут, создадим что-нибудь неразимо против лайтвейта. Так, жду, короче, пока скажут. Ну все, Аверс против... Неразим против Лайтвейта, потом Лузера, Венера и Десайдер. Соответственно, у нас такая система всегда. Так, зову Лайтвейта, всех зову сюда. Так. Так, ну что, поехали.
Да, конечно, досадная, конечно, ошибка была щиты не сделать от Айруса, но когда ты био не играешь, это нормально, что ты взял и забыл, там грейд такой. Айрус редко играет. Так, короче. Все, предупреждений больше давать не буду, короче. Так, ребят, да, ну, я отвлекаюсь просто от игр, пока вы там эти устраиваете срачи, там в личке хотя бы с Ричи вообще, вот. В общем, ребят, вторая пара у нас Lightweight неразим, победитель будет, соответственно, следующий матч будет с участием Аверса и проигравшим, вот. Ну, а победитель будет биться с Лиссандро, соответственно. Ну, понятно, что здесь неразим фаворит, потому что достаточно неплохо в последнее время выступает. Вы меня можете вести в курсе, сколько там у кого ММР, у Лайтвейта неразима. Я не в курсе, если честно. Но у неразима 6К или больше даже есть точно. Вот у Лайтвейта я не знаю, как бы. Вроде как у неразима есть. Ну, в принципе, на последних всех туриках он не до хороших стадий доходил, как бы. Так. Густится варп, то есть Lightweight через сталкеров играет, неразим через адептиков. Куровочка Lightweight пришла. Пилон какой-то, кстати, у неразима, не знаю, кривоватый, мешает мешка пробки добывать. Так, полетели адепты. Supply блок, что ли, неразим схлопотал? У-у-у, дружище, ты чего вообще? Смотрите, как неразим прогорает, что-то он херь какую-то делает. Supply блок просто нереальный какой-то. Lightweight тут фокусит адептов одного. Минус нул, куда ты, как ты, ё-ма, ну как можно было? Что-то затыкал туда-сюда. Прикиньте, просто здесь пол. Опять два адепта зашли, как бы, это не очень хорошо. Ну, тут пилоном контрит, нормально, соответственно, лайт. Надо ловить вот этого гада, демедженного. Ну куда ты стреляешь? Стреляют живого. Ну что за херь? Так у нер... Прикол в том, что у неразима... Так, а что делает Lightweight? Так, ну что, сталкеры окружены получается? Ну пробки-то... Голые пробки сталкеров не убьют. Сентрю подрезал Lightweight. Да куда ты тыкаешь-то? Стреляй-то по пробкам, ему. Что за контроль-то такой смешной, блин? Можно было две пробки срезать. Каких две там? Три можно было пробки срезать. Неразим Нексус отменил, неразим делает блинк. Все, я сейчас Lightweight и Мортлов просто добавят. Здесь, по-моему, пробить просто невозможно будет. Какой нафиг блинк? Три гита здесь. На пилон прокси эти ставить. На пробку-то выводить пытаться. Здесь еще два сталкера проходят. Я не понимаю, что происходит вообще. Кулси говорит, неразим 5600. Не, я помню, что я сам неразима выигрывал, не раз когда там поигрывал почаще FP. Но сейчас мне уже, наверное, ну, будет тяжело это сделать. Такс. Короче, дома неразим сидит, 4 сталкера. Что-то вообще пока что неразим играет как-то слабенько вообще, по-моему. Точнее, даже не то, что слабенько, он как-то непонятно играет, как по мне. Сейчас можно просто Lightweight на с Immortal'ом сделать вот сюда на медленный пилон, этот даже выход, и убить просто. Опа, спалил пробочку. Ну вот это по скиллухе с такого угла завозить пробку просто, когда у тебя пилон здесь в прокси стоит, и ты такой прямо отсюда пробку идешь. Это настолько беспалевное действие.
что неразим, понимает сразу, что здесь пилон стоит. И идет туда проверять. Ну, что он может там, точнее, стоять. Так, привет, Ваня, здорово всем. Кто недавно подошел, задержка около 2 минут. Не знаю, сколько там. Так, здесь 4 гита. Прилетает лайтвейт, неразимый иллюзию сбивает. Главное, блинк есть, а он здесь стоит. Так, мы понимаете, прикол в чем? Если блинком идти вперед и где размениваться здесь и провожать, то есть ты выход делаешь, и тебя на всем пути блинком напрягают. Там столько юнитов можно подрезать, жесть. Неразим же что-то стоял дома, в итоге просто дал лайту прийти сюда. И как он отбиваться будет? Здесь Гвардиан и Мортал Призма, а здесь просто одна батарейка, все, нихера больше нет. Какой хорошие филды, агрессивный блинк, Гвардиан врубается, это 1-0 лайтвейт. Что за 3-2-2-то вообще? Что неразим играет? Он там это... На огоньке был, что ли, школьном? И напился пива крепкого, что ли, как... По старой доброй традиции. Не знаю, что вообще, что вообще делается в этой игре? Как... Так. Да, а, пробок неразим ТП-шнул снизу. Я все правильно, неразим фиолетовый, я все правильно вижу вообще. Не, ну тут я не может проиграть лайт уже, я думаю, что как он тут может проиграть. Здесь гитов снизу можно подрезать. Так, ну что же. Какие-то пробки вниз там поехали. Спускается неразим, пытается вниз спуститься. Пробки проехали, вообще в атаку не пошли. Мог бы идеально в сталкеров грызться пробками. Короче, ГГ неразиму. Не ставит неразим. Три, два, два, КФ был. Так, ну вообще мне тоже кажется, что неразим как-то странно играет, если честно, слабенько как бы вот. Он может посильнее сыграть. Но... Ну, то есть... Сейчас мы по второй игре дальше посмотрим. Так.
Такс. Неразим забанен в чатике. Ладно, давайте. Разбаниваю Неразима-то, раз он сегодня играет. Если херню будет нести, то забаню обратно. Конечно же. Вот. Неразим, короче, решил, что... Ну, нужно побить рекорд сейвера, типа, ну. Я так понимаю, что, понимаете, есть люди, вот я всегда удивлялся, которые, ну... которые в жизни знают, что им нужно, как бы. То есть, пошел в школу, как мой кореш говорил, закончил школу, пошел в, пошел в ПТУ. Закончил ПТУ, пошел в армию, вернулся с армии, пошел в институт. Короче, идеальный представитель социума, как бы. Вот. Так, а Неразима другая тема. Он просто знает с детства, что он сейчас сегодня на Starline 3.2.2 просто делает, как бы поднимается по, ну, по баблу. Потом его банят отовсюду, короче. Он становится преступником, садится в тюрьму, короче, набивает все татухи, и по жизни все сложилось, короче. Вот. Слушайте, фотонки от Неразима пошли. Что за чушь вообще? Лайтфайт еще пилон, по-моему, заказал здесь. ГГ, короче, Неразиму, ребят, что-то вообще херню какой-то занимается. Так, пошел Нексус сразу на второй. Кстати, а как, я не понял, так он пилона поставил, что здесь проход остался, я вот что-то не понял. Здесь же три поставил, и все. Получается. Так, ну на второй базе обязательно нужно фотонку ставить. Без фотонки здесь вообще не отбиться будет. Зилот бежит Лайтика вперед. Так, тут Зилл там пришел, знаете, что-то с фотонкой побился. Передумал и на мейн к Неразиму уже побежал. Так, ну что же. Здесь кибернеточка заказана в итоге. У Лайтвейта оракул делается вообще. Так, странно, абсолютно странно строится рабочий у Неразима. Заказаны два сталкера бустятся. Так, от Lightweight пилончик пошел, оракул летит, ну то есть тут какой-то прессинг собирается. Так, оракул на мейн залетает, здесь фотоночка есть уже как бы нормально, она правда криво прикрывает здесь все. Но с другой стороны, смотрите, так, куда адепт пошел, фотонка адепта сбрила.
Ну, слушайте, нормально Ранеразим законтролил, как бы отбился. Тут еще выигрывать на изичах можно. Нексус есть, все в порядке. Здесь тоже, правда, Нексус уже готов. Так, пробил, кстати, Неразим пилона, а Лайтвейт просто дальше отъехал и еще один пилон поставил. Ну, очень странно, у Неразима, смотрите, рабочих вообще он не строит сейчас. Не бустит Никсуса, блин, бустов немерено. Технологии вот сейчас только у Роба заказаны. Так, Оракула прогоняет, на второй базе есть сталкера, там нормально все прикрыто. Ну, ловить надо. Все, стало поймало, короче, Оракула, молодец. Здесь адепты подварпливаются, будет Харас еще. Он говорит, что прироста особого нет. Наконец-то бусты начались. Ну, смотрите, что за прикол? 46 лимита и саплай блок вообще сейчас. Еще два пилона пошло. Просто получил саплай блок. Абсолютно на ровном месте Неразим. Так, заказал одну пробочку. Здесь еще... Подстраиваются, гиты открываются, Робо Бэй пошел или не пошел. Нет, пошел в другом месте он. Еще буст на рабочих. Пошли, кстати, играть дестабилизатора у Неразима. Плюс один делается. А здесь что? Здесь какой-то выход пошел. Что это за выход такой вообще? Гейтов три штучки. Делается робо призму. Можно варпить пока на этот пилон. В принципе, здесь легко. Так, слушайте, приходит Lightweight, у Неразима проблемы здесь определенно, как бы. Сейчас фотонки доделаются, я не знаю, он там полез, куда ты бежишь, куда он бежит? Дестабилизатора слил, куда он, что он делает вообще, не понимаю. Наступил назад, а, это не фотонки, это батарейки. А смысл ставить 7 батареек, а не там 4 батарейки и плюс еще пару фотоночек, например. Ну, отбился, кстати, Неразим, дестабилизатор что добавляет? Бустится дестабилизаторик еще один. Там у нас Нексус карманный. Оп, неплохо, кстати, Харас и мамя идет. Оп, хорошо так дестабилизатор стреляет по своим зданиям, но удалось спасти робо. Это самое главное, надо здесь стоять и контролить все сталкерами обязательно, короче. Лайтвейт находит, где еще подрезать. Тут пилон сейчас снизу подрежет вообще. Так, ну опасно так Lightweight шатает, конечно, но пока ничего не отдает вообще. Так, здесь третий Никс еще. Ну здесь тоже третий Никс. Пока как бы более-менее такая ровная ситуация складывается. Thank you.
Так, неплохо по имморталам прилетело. Одного минуснул, сейчас не разим на изичах. Пулемет туда же в плюсе сейчас идет. По грейдам. Одна атака здесь, у Лайта сколько? У Лайта 1-1. Вторая атака пошла, неразим про апгрейды вообще забыл. Слушайте, а здесь флит бикон и мазершип уже на... Где этот флит бикон вообще стоит? А вот на третьей. Чё себе лайтвейт просто элегантно в мазершип выходит. Настроил фениксу, чтобы против дестабилизаторов что было. Кстати, лайт неплохо играет сегодня. Контрит так все, в принципе. Так, 8 пробочек неразим потерял только что. Ну, попытки подшатать от лайта идут. Здесь столько батареек, что здесь вообще даже лучше сюда не соваться. Они все сразу вылечат просто. Так, плюс 2 неразим тоже вспомнил, что надо делать. Здесь уже карьеры делаются. Четвертый Нексус, кстати. Иллюзия здесь рядом стоит. Что это иллюзия сюда долетела и вообще не летит дальше? Оп, четвертый спалил в итоге. Оп, неплохо. Минус 3 или 4 сталкера неразим сделал оппоненту. Вот сейчас, если выход неразиму делать, это идеальный тайминг с его стороны будет. Абсолютно идеальный, как, потому что там нет карьеров сейчас много. Два первых только строятся. Можно выйти, убить будет просто и все. Так, с ксилнаги тут видно, где сталкеры ходят. Лайт-вайт видит, где они находятся. Ну и что это? Где блинк-то? И что это такое? Что это такое-то? Блинк по КД не юзается вообще. Странная игра, абсолютно от неразима какая-то. Заходит вперед. Можно четвертый некс, кстати, минуснуть. Ну, подрался чуть-чуть. Тут карьер, короче, был. Пытается пробить Нексус четвертый. Может, кстати, что-то и получится. Дестабилизаторами тремя зачем-то стреляет сейчас. Ну, кстати, убил и ТП домой делает. Побоялся. Тут можно было и пилона убить. Видно, что оппонент его вообще даже не пытался драться за этот Нексус вообще. Так. Третья атака от неразима пошла. Ну вот он зря, кстати, дает время оппоненту своему. Потому что сейчас карьер все больше и больше будет, и уже в лоб-то драться не получится так, как сейчас получалось. Зато третья атака будет. Будут ли там архоны в миксе, вот в чем вопрос. Я не знаю, зачем до сих пор дестабилизатор нужен, если ты карьеров уже спалил, там нафиг они вообще нужны. Ну, хорошо, увернулся неразим сейчас от блинка оппонента. Правда, нет патонок вообще нигде. Так, подходит опять к четвертому Нексу или какому? На зол... на 6 часах Нексу есть. Здесь как-то лайт криво заблинкнулся, нужен... вынужден отступать. Неразим приходит, как бы опять эту базу отменять. Дома вроде как на халде фотоночкой. Смотрите, Зелков принял. Рабочие даже не падают. Ну, фотонка, скорее всего, погибнет. Здесь пилоны позбривал неразим в итоге. У Лайта, конечно, меньше лимита здесь, но у него еще плюс 3 карьера делаются. У него сейчас 7 будет в итоге. Минус токерок. Thank you.
Хорошие дестабилизаторы сейчас были. Неплохо так неразим залепил Аверсу. Ой, Аверсу. Лейту. Плюс третья атака не готова. Какие-то старгиты. Что за старгиты? Что неразим делать-то собрался, не понимаю. Какие-то роботиксы. Что вот он в старгитах собрался делать? Почему не сделать... Почему бы не сделать, например, этих архонов против карьеров? Так, полетел вперед Лайт. Разминулся с неразимом. Неразим идет в размен просто опять в очередной раз. Оракул минус. Там, кстати, ТП был сделан. Надо либо идти в размен, либо идти домой отбиваться. Я бы на месте неразима шел бы в размен. Че он стоит-то вообще? Конечно, надо идти сюда. Четвертый некус отменить. Третий. Че он-то... Че он делает-то вообще? Так, фениксы тут мимо летели, развалились. Не, ну в итоге только карманный Нексус брил здесь лайтвейт неразиму, получается, как бы. Как-то в молоко там летят дестабилизаторов выстрелы. Ну то сейчас все правильно неразим делает, что отступает. Ну как же убогу он дерется. И главное, не делает никаких юнитов, чтобы с карьерами была возможность драться. Здесь нужен чарж архоны, чтобы землю в клан вынести, а сталкерами можно просто блинкнуться агрессивно и фокуснуть этих смешных 7 карреров вообще в клан просто. Какие-то флитбиконы. Какой флитбикон? Зачем здесь флитбикон? Понятия не имею. Так, короче, лимита неразима меньше, это очевидный проигрыш. Я не знаю, это очень тупой ход, конечно, в такой ситуации, когда у тебя по земле доминирование, делать флитбиконы зачем-то и каких-то там темпестов делать. Вообще смысл в этом какой, я даже не понимаю. Похоже, что это проигрыш. Ну что, и не делать архонов вообще в игре. То есть тут зилы, ты тут говнище по земле, карьеры, архонов нет, газа немерено. Кстати, рабочих у неразима 88 аж штук. Он ТП-шнулся домой, а что он будет делать со, вот с этим миксом-то? Тут ему драться в лоб-то чем вообще? Тут 10 карьеров. Так, минус 2 дестабилизатора. Сколько там темпистов? Третий вот темпист вылетел уже. Есть 18 сталкеров, здесь 12 карьеров. У них есть плюс 2 атака, это очень... Это много, я вам скажу, так? Так, здесь зилоты на 12 ворвались, там ничего с этими зилотами, кстати, не сделать будет. Пошел замес, карьеров неразим блинкивается, кривовато это делает. Здесь все просто гибнет. Короче, лайтвейт идет вперед, это ГГНчик стопудовый. Ну что, ждем ГГНчика, здесь все ясно. Есть 2-0 Lightweight, кстати, он 1-0 вел. Это вторая игра, между прочим, это 2-0, извиняюсь, я что-то счет забыл поставить. Здесь тоже Mothership вылетел, нахрена он... А, ну хотя не, Mothership нужен. Я просто не понимаю, как голыми сталкерами, вот... если ты строишь голых сталкеров, то надо стараться в определенный тайминг прийти, как бы, к оппоненту и продавить, пока карьеров мало. Либо же уже добавлять архонов, масс-грейды, там, и перспективы, переход в воздух. ГГНчик, ребят. Ну что же, неразим против Аверса дальше.
Так, ну что же, ребята. Так, ребят. Так, короче.
В общем, неразимо гости какие-то его там отвлекают. Может, поэтому он так играет, в общем-то, криво. Ну что же, в общем, продолжение сейчас будет, ребят. И, Венера первая. Просит покатать. Не, если гость, это понятно. Тем более неразим молот, как бы, ну. Вот. Ну, скажет там, эй, пиздюк, иди сюда, там, мама зовет, типа, покажись дяде Саше, какой ты большой стал. Я ж помню, такое бывало у всех, я думаю. Или дяде какому-то, или там... Еще кому-нибудь. Ну, вы поняли, короче. Может быть такое, да. А может, это неразимое, типа, актер, который еще не получил Оскара, типа, знаете, там 3-2-2, и типа гости там ходят. Такая тема. Так, лайта ждем теперь. Так, сейчас Лайт сам присоединится, походу. Так, ну что? Ну что, поехали. Ну все, ребят, первая игра, погнали, ребятки. Лиссандра Лайтвейт, потом у нас лузера будет Неразим Аверс, соответственно. Игра приостановлена. Что-то случилось. Лаги его, короче, там. Потом рассказывает, какая девочка в классе нравится. А прикинь, молчит там, молчит. Потому что мальчик нравится на самом деле. Молодежь 21 века, Москва. Да гости в любом возрасте могут зайти, понятно. Ну, в таком возрасте, как я, могу сказать, я катаю важнейшую игру в жизни. Потом. Все потом, ребята. Так, какая у нас карта-то была? Катализатор, да, точно у нас карта была. Так, ну что, здорово всем еще раз, ребят. Жду поддержки, потому что все идет на турнир. 50% точнее, идет вашей поддержки на турнир. Вот. Принял я решение, что Спайк Данил обещал 10-ку, еще там Саня Кул обещал сколько-то. От них без, не 50%, все 100% призовой пойдут, так что он примерно 45% уже будет потом. Ну, пока, естественно, эти цифры не пишу, потому что пока денег в руках нет, не надо писать их. Вот.
Ну и если вы хотите, короче, допустим, кто-то хочет на такую значительную сумму выше 5000 именно призовой турик поддержать, тоже можете мне написать, то не будем 50% брать. Ну а через плеер все, что чатик там, ну так по реквизитам вы пилите, то, соответственно, 50 на 50 будет. Короче, в любом случае, всем спасибо. Вот, поехали. Так, ну все, заново перед рестарт сделали. Так, Александра в гости приехали. Александра в гости, Айверс едет к Реве из Германии. Под песню «Отпетых мошенников, люби меня, люби ночью и днем, ё-мо, жарким огнем» и т.д. В личке там где-нибудь. В часике. Короче, ребята, матч Венеров, Лиссандро против Лайтвейта. Пацаны отыграли неожиданно, честно говоря, обыграв фаворитов в их парах. Я прям удивлен. Ну что, молодцы, стараются. Так, здесь два гета кибернетчика и проход на Архон рассчитан, чтобы он вышел с мейна, с телепорт будет. Ну и пилона можно заблочить все. Здесь примерно то же самое, и второй пилон пошел. После этого, соответственно, будет Аверс играть. Такс. Ну что, сталкерки строятся у Лайтвейта. Есть сталкер, смотря чисто как по-корейскому. По-корейскому, короче. Лайт ставит здесь пилон. Пилон будет, конечно же, быстро пробит, на самом деле. Здесь тоже пилончик. Лиссандро. Быстрее Лайтвейт значительно отменяет. Кстати, плюс два сталкера, еще пробка сныкалась, и можно сейчас закатать день здесь пилоны, просто... Кстати, вот, если здесь пилон заказывать... Не, наверное, не дотягивает сюда поле, я подумал, может, здесь тоже дарков как-то имбову можно варпить хитро. Кстати, если бы даже оно дотягивалось, вижена из-за кустов бы не было, скорее всего. Песню Рамштайна Ду Хаст, но это как в Германии приживется подольше. Тогда может быть и да. Так, еще два. Так, две сын, три вперед. А все, Лайтвейт вперед-то ведет. Дома робо строится. То есть подпушить, видимо, потом он хочет еще с роботикс. Но здесь уже есть вообще.
Так, Бутылнач, опять ты начинаешь. Как говорила бабка АТС, не будем повторять полностью. Вот. Завязываю уже. Тут уже аккаунтов много поменял каких-то. Здесь у нас Immortal, если призма дальше будет заказа, то это стопудово под пуш. А это третий гейт, то это под пуш, короче, стопудово вообще. Так, 4 сталкера, 4 сентри, адепт, Т2 и Immortal. Все это двигается вперед, третий гейт открывается. Ну, сейчас призма полетит, варпать пока вот сюда нужно юнитов. Я зачем лайтвейт варпит адептов там вообще? Абсолютно мне это непонятно. Здесь сталкеры пришли, как-то палевно здесь лайтвейт заходит. Так, иллюзия проходит, видит прекрасно всю иллюзию своей. Призма подлетает, пока вот сюда летит, лейт можно... Лайтвейт можно еще, ну, то есть КД пройдет. Сейчас еще 3 сентри просто ворпануть, и все норм будет. Так, неразим, ой, этот, неразим. Лиссандра вперед попытался выйти. Куда ты филдет спешишь ставить-то? Одного сталкера все подрезал сейчас Лайтвейт. Варпит, ничего не варпит вообще абсолютно. Блин, игра. Паузу просит Лиссандра, что случилось. То есть через обсервера просто полетел на мейн. Вместо того, чтобы убить... Ну, кстати, мог убить в лоб мне пока. Хотя нет, здесь два Immortal, тяжело вообще уже. Что у Лиссандры сегодня проблемы с нетом какие-то. У нее, кстати, давненько, по-моему, проблемы с нетом. Такие подобные происходят. Игра возобновлена. Так, адепты прям на мейне уже оказываются, а где был вообще этот, где Лиссандра была, я чуть не понимаю, что происходит, почему Лайтвейт загрузился, улетел живыми абсолютно адептами, ну не до контроля идет какой-то, нервничает, переживает, здесь полетела призма с двумя ямами шатать, вот это хрень Лиссандра давно думает. Так, чарж там и там, Лиссандра 5 гитов ставит, Лайтвейт 5 гитов ставит, Лайтвейта больше ресурсов сейчас. Ну вот начинается шаталити, 2 гита, например, отключены, вообще не критичное на самом деле действие. Просто восстановить пилоны, все. Хочешь мою игру посмотреть, буду начну. Я иногда играю FP на самом деле. Такое бывает. Ты же сам видел, все. Так, призму долбанит тут иллюзия Феникса. Надо оставить что-то, что встретить. Опа! А здесь адепты великолепно просто зашли. 7 пробок минус. Там третий Нексус, конечно, ставит. У нас Лиссандра. Опять и мы прилетели. Не понимаю, что мешает здесь. Как можно двумя имами отбиваться от призмы с имами? Надо хотя бы ими, чтобы сталкер какой-нибудь был, я не знаю. Здоров всем, кто недавно подошел, ребята. Прикольно, пилон Лайтвейт восстановил. Один гейт вырублен. Бывает, что надо восстановить так, чтобы он врублен был. Так, призма прилетела с адептами. Пошли иллюзии туда, на вторую базу. Ну, никто врываться, естественно, не... А, типа это в стиле Ниба. Телепортнуться, Андрей, вкусить призму. Уйти. Ну-ка, юнитов много, и архон есть, это бессмысленно, адепты сдохли бы вообще за зал бы там. И, ну, то есть, неэффективно получилось бы. Так, одного Immortal Лиссандра все-таки просрал благополучно, пока летал шатал. Здесь плюс архона, еще выход на архонов идет. И сейчас призму отдать, то может плохо получиться очень все. Так, адептики, кстати, на вторую заходят. И ТПшница
ТПшница сейчас сюда лайтвейт, надо загружаться. Вот одного отдал, одного не критично. Можно и нужно выходить уже. Третий некс уставится. Че он стоит-то, я не понимаю. Микс прекрасный, юнитов до хрена. Архонов до хрена, здесь меньше гораздо. Есть и мов 4 штуки, блин. И стоит что-то. Что стоит? Тут что этими адептами? А, ну тут пока экономику шатает, пытается. Лайтвейт Лиссандра. Ну, кстати, он уже пробок много в этой игре убил. 14 штук вообще. Я опять этот демортал прилетел. Ну оставь ты пару сталкеров там уже, ё-моё. Что ж так упорно-то все не оставляет? Лайтвейт что-то стоит, тут Нексус третий пошел. Я вот не понимаю, шатает, летает, шатает. Выход делать не собирается, хотя юнитов до хрена просто крутых, лучше, чем у Лиссандра, ну, ситуация по юнитам. И пробок тоже не подстраивал под третий Нексус. Какой прикол-то в этом вообще? Подстраивал та, пробочек бы по третий, я не знаю. Опа, Immortal ножичками маленькими своими посеменил навстречу, навстречу судьбе, так сказать. А судьба его... Сел, шел медведь по лесу, видит, машина горит. Сел машину и сгорел. Еще и этот прилетела призма, он идеально туда сел, призма сдохла. Короче, два Immortal отданы были. В итоге здесь все плохо, короче, у Лиссандра. Лайтвейт будет пушить. Иллюзия архонов. Ох, как я раньше это любил. Слушайте, грамотный ход. Молодец, Лайтвейт. Хорошо все делает. Так, архоны впитывают дамага много. Но они зилотам не дают пройти просто. Зато зилоты живут в это время. Сейчас они пройдут вперед отчасти. Нормально будут сражаться против архончиков. Здесь что-то все сплитится. Как-то заходит все убого. Позиция какая-то убогая. Продолжается бой. Как же... Да, короче, иллюзии помешали зилкам прыгнуть в бой нормально. В итоге зилки поздно в бой пришли. У Лиссандра позиция более грамотная. Он умудряется здесь лайтвейта еще разобрать, по-моему. Хотя здесь еще бой идет до сих пор. И пока не окончился он. То есть здесь еще зилотов даварк может зарешать. Я бы на месте лайтвейта сейчас просто отступил бы нафиг и не лез бы. Потому что сейчас можно сдохнуть, и там уже шансов камбэчнуть не будет вообще. У него точно. Так, третью атаку заказал. Угу. Ну, Даркшайн, конечно, в плане именно макро и юнитов строительства он бесполезен, потому что дорого архонов на этой стадии с трех баз из него будут сливать. Но, чтобы, например, залететь на мейн четырьмя дарками, фотоночку подрезать, это вообще неплохо может зайти. Кстати, смотрите, вот Immortal уже летит вперед. То есть тут пилон есть, как бы надо дропнуться под пилон просто и убить его. Вот пилон минус, еще неплохо полетел, пошатал. Еще минус пилон в рампе. С двумя атаками нормально Immortals здесь бомбят. 124, 117. Тут правильно отступил и начал там шатать, летать. Плюс 3 делается. Так, неразим, кстати, вторую фотонку добавил и тоже Даркшайн делает. Оба четвертые Нексуса, кстати, строят. Лайтвейт умудряется, имея меньше рабочих, больше юнитов строить. Меня удивляет, как это происходит. Вот. Но меня беспокоит другой момент. Фотонки на третьей нет, и от, как раз-таки от неразима дарки могут просто решать сейчас очень сильно. Так, разгрузился Лайтвейт, опять вперед собрался идти шеленько. Здесь зилоты, зилоты словили, уничтожили. Пост третьей атаки, может, поля было взыкать, не понимаю, насобирается ли кто-нибудь атаковать или нет. Пока все аккуратничают, стоят, как бы, получается. Выходов никаких не идет. Между второй и третьей бегает Лайтвейт, на третьей стоит у нас Лиссандра. Кстати, я что-то неразим не говорил. Сейчас неразим, неразим, что-то как, ну... Неразима тут нет вообще.
если я там что-то такое говорил. Так, 2 плюс Архон Александр еще добавляю. Здесь на призму выход идет. Все 4 мечки, зелочки. 20 аж лимитов. В плюсе у нас оказывается неразим. Лиссандра спускается вниз, а можно сейчас его словить на переходе. Позиция у Лиссандра ужаснейшая. На муви все идет. Тут сейчас Лайтвейт просто напал прекрасно. Позицию просто хреновейшая позиция была у Лиссандра. Продолжается замес, да, варп от Лиссандра, да, варп от Неразима. Неразим сминает на обоих направлениях здесь оппонента армию. Это 1-0 в его пользу, похоже, ГГ. Ну что же, вот этот бой уже совершенно другой. Сам себя не перемудрил, иллюзии архонов не делал. Вот молодец Лайтвейт, на самом деле. Я помню, как он играл намного хуже, как бы там год назад где-то. То есть сейчас он даже прямо вот проявляет такие как бы моменты сознательные, Mind Games, что видит, что проиграл, отступил, не слился как днище на оклике. Полетел, похарасил, отстроил армию просто больше как бы и пошел убил. Так, кислотный завод. Говорят тут. Так, Неразима тут нет, это что-то я загнался, да. Так, Лайтвейт Лиссандра, вторая карта. Да я просто что-то ну, вам сказал про Неразима, что типа, короче, что типа я ошибся, а в итоге сам себя запрограммировал ошибиться дальше вообще. Так, вторая карта, Лиссандре Лайтвейт. Даже сейчас хочу сказать, Неразим. Кислотный завод она называется. Лиссандра 5 часов, Лайтвейт 11. Лайтвейт синий, Лиссандра любит оранжевый, видимо, цвет. На оранжевом просто играет. Замазаться будет, значит. Главное потом отмазаться нормально. А так можно все. Сам знаешь. У нас тут можно многое. Но не все, конечно. Так, ну что, пробка минус там покатила. Оба идут в разведку. Лиссандра раньше приходит к Лайтвейту. Лайтвейт тоже идет вперед. Короче, здесь два гита, там два гита. Все стандартно. Только Лайтвейт ставит. Так что пархоны проходили, а его оппонент не ставит. Так. Мне тоже тяжело привыкнуть ПВП ставить, чтобы жирная здесь была проход, как бы.
Так. Интересный момент. Пилончиком лайтвейт подвозишь, чтобы пробка не ушла. Похоже, что да. Так, Старгейт пошел. За что забанили Ефрейте? Ничего не писал. Ну, как бы он вчера пришел. И когда многоуважаемые ветераны бились в наш бой, одни старики шли, написал днище, о днище, типа того. Ну, я его на месяц, собственно говоря, и выпилил в итоге-то. Так что, ну, дело такое. Ну, если хочешь, можешь разбанить его. Вот. Может быть, он одумается. Я тебе 1000 должен был, значит. Алых роз или чего? Так, ну что же. Да и хз, вот он, значит. Здесь не могу даже предположить, кто выиграет. Но, походу, лайтвейт. Потому что... Он из Казахстана, как и ты, потому что он идет 1-0, потому что он неплохо отыгрывает. И вот опять, кстати, пуш строба, там 2 гейта плюс иммортал плюс призма, походу, намечается. А здесь что? А здесь 2 феникса есть, кстати говоря. Так, ну что же, чё-то варп-то будет сталкеров, не пойму. Так, ну 2 феникса есть здесь. Чё-то призмы я не вижу в продакшене. Пошло фаржа, пошла пошел твайлайт, лайтвейт не собирается вперед что-то выходить, а зря, мне кажется. Чуть летает 3 феникса и просто выйди вперед, пробей, блин, наоборот, можно резко выйти, как бы. А 4 феникса, понимаете, они крит дэмэдж и экономики, ну, никак не нанесут. Можно, конечно, бояться оракула, так как ты знаешь, что старгейт есть, но построил там по батарейке в каждой базе и все. Из 3 гейтов на призму пошел с инами, с интрями, то можно быть уверен, что там земля не такая сильная, как бы. Пошел пушить, например. Так, еще 4 пробочки минус. Вот в этот раз как-то у Лиссандра получше все, я смотрю. Восстанавливает тут лайтвейт пробок. Так, архивы темпларов подъехали. Там 6 гейтов у Лиссандра, ребят, лайтвейт тоже тут гейты начинает чуть-чуть добавлять. Сколько у него? У него 2 есть, 4 строятся, как бы, то есть это 6 будет, а там уже 8 скоро будет. Здесь 5 строится, но это 7, это все равно меньше. Вообще-то. А третий Нексус, кстати, будет интересно или нет? Похоже, что может быть даже и третий Нексус здесь будет. Фениксы пытаются залететь, где-то тут подшатать что-то. Два пси-штурмячка варпится, феникс просто улетели в бок. Надо под фидбэчить попробовать. Бля, какой... Ну, как можно таким медленным быть? Просто взял, просрал 2 пси-штурмяка в никуда. Один феникс дох, один живой вообще. Надо, если ты собираешься
фидбэки кидать на фениксов? То есть два кинул сразу в архоны, блин, чтобы вообще они поднять не могли. Нет права из бана вынимать. Меньше будешь папа, когда забанил главный просто шеф, то никто не может разбанить. Это был мой хороший такой ход грамотный вообще. Вот. Сам лишь шучу, я этого не знал даже. Но... Такое дело. Так, ну пока что более-менее уровень. Тут фениксы продолжают летать, шатать. Третий Нексус уже почти готов у Лиссандра, у Лайтвейта. Позже будет вообще. Да, в курсе батлнетч, конечно. Сто один. Тут сам Лиссандра, кажется, вперед собрался. Ну чё, опять? Зачем ты кидаешь фидбэки, если ты не можешь слить, блин, архона нормально из штурмовичков вовремя? Так, Лиссандра варпит. Больше его, кстати, лимита боевого. Еще и три феникса есть. То есть он сможет поднять, например, архончиков пару, если энергия будет. У одного есть, у второго скоро будет энергия, короче. Пошел замес. Здесь уже бежать некуда, на самом деле. Лейтвейту. Ну, Лиссандра хорошо напал. Здесь еще сталкеры, которые не так сильны на этих стадиях уже. Против таких миксов. Ну, это слив, это 1-1, ребят. Стопудово. Это 1-1. ГГНчик пишет Лейтвейт. Нужна третья карта. Какая она будет, сейчас посмотрим. Бля, как бесит, короче, эта игротека. Так, создаем восточный дозор. Так, ну я надеюсь, неразиму гости там уже дадут немножечко пространству, чтобы он мог карты почеркать, как бы, чтобы мы могли нормально матч сыграть его.
Так, ну что же, Лиссандра против Лайтвейта. У нас, соответственно, 1-1 счет. Это третья решающая карта. Восточный дозор она называется. Оба через два гейта в кибернетчику открываются. Лиссандра на, получается, 5 часа, на 7 часах, простите. Лайтвейт на часе. Ну и в этот раз Лиссандра синий цвет взял, прям как надо. Вот так вот. Как обычно, берут сейчас синий-красный, чтобы контраст был, получается, на карте. Ну и опять же, Лиссандра что-то пораньше Лайтвейта в разведку идет, у него стабильно это происходит. Здесь же поздняя разведка, после заказа кибернетки, я так понимаю, она идет. Или даже позже, потому что она сколько, она 36 секунд строится, что пробка до сюда же не 36 секунд, едет быстрее, я думаю. Так, Сталкер Сентри Александра, Сталкер Сентри Лайтвейт одинаково вообще открываются. На Никсуса ставить-то, а получается. Пилоны там и там ставятся. Ну и по ресам одинаковая примерно здесь добыча. Как бы сейчас будут Никсус заказывать, что один, что второй. Так, пошли Никсуса вообще одновременно практически. Ну вот предыдущие все игры Лайтвейт через Роба играл. Одну пушил, вторую не пушил. Опять же пошло Роба. Я бы вообще рекомендовал бы процессом Робу бы ставить где-то вот здесь, перед выходом. Потому что если ты пушить хочешь, и вообще на перспективу. То есть Имморталу нужно отсюда маленькими семеножечками семенить долго. Это не очень расклад. Как бы, может быть, это и не критично, но иногда это может быть критично. Так, по рабочим Лайтвейт чуть впереди идет. Здесь батарейка в минеральной линии. Тоже Роба, кстати, густится варп у Лиссандра. Батарейку он ставит, же две батарейки. Все это вложение, как бы, которое сейчас не окупится. Прям. То есть у Лайтвейта в этом плане как-то получше все, как мне кажется. Вот иллюзия полетела. Здесь иллюзия. Здесь Оракула, а там Феникса. Ну, Оракул медленнее летает, иллюзия в том числе, потому что у него скорость пяточка, как бы 5.6, точнее, пяточка раньше была, а здесь 5.95. Естественно, эта скорость повыше. Ну, тут как бы не принципиально, за по время жизни свое они успевают разведать, что другой, что один, что другой, соответственно. Так, Оракул залетает, ну тут иллюзия, точнее, Оракул. Ну, да, Лиссандра даже не рыпнулся, короче, так что-то походил. Так, там и там Immortal заказ. Ну, то есть пушем здесь не пробить. Ну и вот раз Lightweight, смотрите-ка, ставит фаршу. То есть вот целенаправленно он даже и не планирует пуш выходить. Он планирует выходить, получается, какой-то макро. Там. Фаржа плюс один Twilight в перспективе. Там третий Nexus или пуш какой-то с 8 гейтов на плюс 1 или плюс 2 грейдах. Не знаю, на каких точно. Так, Старов Old School. Чтобы была красная ковровая дорожка, надо хотя бы 60к призовых сейчас дособрать. Так что поддерживайте, и ты в том числе еще. Нужно призовую увеличивать, как вы понимаете. Так. Если Аверс с Ревой приедут, как бы там, ну, они по этой дорожке как бы будут выходить, то есть из машины уже там, ну, в боксерских перчатках, как бы там, в шортах, сразу идти там, как бы, ну, к чемпу разминаться, там, фук-фук накидывать, короче, в воздух удары, а потом сядут геймить, например. Ну, а если серьезно, ну, что, не знаю, как бы, пока тут еще надо про бэджики обсудить, там, про всякие эти темы. Вот, ну вообще как бы хотелось бы, чтобы было все и побольше. Так, прилетает два Immortal от Lightweight. Смотрите, интересный билд, то есть с двумя Immortal'ами Харасим, а потом в пуш выходим. То есть не так уж и пассивно получается. При этом всем
дома как бы идет развитие тоже, то есть выход к пушу. Можно продолжать шатать, мы же просто, ну, надо вот так вот дропаться, видишь, что не контролит чел. Дропнулся, сталкеров пофокусил просто, и все, смотрите, как им прилетает больно вообще. Тут тоже призма с двумя имморталами летит, но в таких ситуациях кто первый, тот и царь вообще. Кто первый, тот и царь. Здесь, кстати, золото у нас строить пытается, получается, лайтвейт. Сейчас, смотрите, здесь 8 гейтов, можно что сделать? Можно просто прилететь сюда и отдать призму. Короче, это называется, как проигрывать игру на ровном месте. Просто иммортал бегает, семенит. Чё вы меня жарите, говорит, дайте, куда я иду вообще? Поход через F-ку там контролил лайтвейт. Короче, просто взял и проиграл, ну, еще не проиграл игру, но просто просрал такую возможность, что просто жесть. Все, что нужно было здесь сделать, это вот призму здесь разложить, ворпануть здесь зелков, побежать вот сюда на мой и на вторую зайти. И ты же видишь, что юниты на мэне стоят. Забеги сюда. Зелки, прикиньте, 8 зелков, 2 эморгу сюда приходят. Пусть здесь призма летает, ты, мэн-то у тебя защищен, все нормально там. Так, золото ставит. Кстати, нету блинка. Так, Лиссандра опять на мейн там залетает. Здесь есть что подрезать, но зелки что-то стоят, вообще не реагируют, кстати. Прыгнул зелками вперед и встречай, бомбин. Как же долго? Подходит! Оп, минус призма, смотрите. Подходил долго, но в итоге призму сбивает лайтвейт Лиссандра вообще. Прекрасно это было сделано. Плюс 3 архончик сразу сливается. По лимиту вроде как более-менее норм идет. Здесь тоже 8 гейтов, здесь уже третий Нексус готов у Лиссандра, но то, что у лайтвейта тайминг хуже Нексуса, компенсирует другой факт, тот, что это золото, как бы. Ну, тут пуш уже, кстати, намечается, как будто бы куда-то собрался там идти активно Лиссандра. Тут можно, кстати, и не принять, блин. Так, Архончик плюс сливается, 2 Иммортала здесь, здесь один Иммортал, кстати. Опа, и Лиссандра кривоватенько вперед пошел. Тут лайтвейт встретил. И, кстати, хорошо встретил. Только лезть вперед, я думаю, что не стоит. Здесь вот даварпы идут, плюс архоны. Тут как бы вот, не надо было пробкам давать вот так далеко уехать. Сейчас уже бы добыча шла, и уже бы не пару сотен лишних минералов они принесли. В любом случае, Нексус добываться начинает. А здесь, смотрите-ка, здесь 4 зелка с призмы просто прилетают на мейн к... Лиссандра, у лайтвейта он дропает их сюда. Варпать я бы ему не рекомендовал, иначе сейчас лоб просто пробьют его. Но он, а он и не варпает, все правильно. Так, пошел замес. Лиссандра здесь явно больше, да, варп идет. Ну, позицию так себе лайтвейт занял. Хотя с другой стороны вроде отходит назад. Батарейка немножечко подрешала, там поли подвылечила. Ну, что-то прям много здесь архонов осталось. И такое ощущение, что... Хотя, слушайте, здесь силки-то понапрягали, но... В лоб-то как-то лайтвейта убрало просто сейчас. Здесь слишком много юнитов осталось. Лиссандра, кажется, победить собрался. Но здесь явно 4 зелка бы не перевернули бой вот здесь. Но здесь бой бы перевернуло то, если бы грамотно прям юнитов расставил бы лайтвейт вот, вот так вот полукругом, вот здесь вот как бы. И встретил бы грамотно. Вот это точно перевернуло. Ну, в итоге вы видите, золото падает. Здесь уже ловить нечего, по лимиту все понятно. Так, неразим авер сейчас будет, лайтвейт ждет в лузерах, соответственно. Там ниндзянычка пытается задропать, пошатать. Ну, здесь атака в лоб, которую не держать, здесь у нарконов просто жесть. 5-13 киллов там у одного просто. ГГ. Так, ну что же, создаем карту. Сейчас, бля, это игротека, короче, мне как она задолбала.
Да какого 60 надо собрать? Слушай, ну короче, на самом деле уже обещали пару человек еще, и по моим прикидкам уже 45 есть, как бы. Вот. Те, кто обещали, я все туда вкидываю. А остальные сборы, ну, 50, короче, на 50, то, что через канал поддерживается. Вот если кто-то там готов от 5000, как бы, мне, ну, вот, сразу, типа, я хочу призовой, тогда тоже 100% закинем. Вообще, я хочу собрать до апреля, как бы, все это дело. Почему? Это будет... Пацаны-то успеют, короче, взять, получается, ну, билеты, кто захочет приехать. А за апрель еще можно будет чуть накинуть, как бы, призового. Это было бы круто, конечно. Вот. Так-с. Так, Bottlenatch. Давайте Bottlenatch на месяц мы же забаним. А то он задолбался, короче, создавать аккаунты. Да не, Bottlenatch норм, чел, просто что-то непонятно как-то действует он иногда. Я сам не понимаю, что там к чему. Так, ну что-то пока не приходят, пацаны, сейчас придут скоро.
Так, побухивает, побухивает. Короче, ждем Аверса. Че, рекламку пили? Ну, 100 минут не пилил. Помните, что тут поддерживать надо турнир. Призовуху на турнир собирать, соответственно. Сегодня так как-то вяленько идет. Ну, сегодня и стрим в целом такой. Полувяленький, я бы сказал. Завтра, между прочим, ГСЛ 12.30, ребят, помните об этом. Стац против СУ будет. Будет очень круто. Ну, а после ГСЛ уже там дальше все тоже будет. Как обычно, Starline группа какая-то получается. Тоже завтра будет. Так, поехали. Все, все готовы, ребят. Так, ну что же. Аверс неразим, первая карта, ребят, погнали. Пилон гейт, противориперный гейт. Ну вообще надо ставить гейт здесь, а кибернетку уже там против рипера. Это круче получается. Правильно, мистер Виталий. Рева спрашивает, почему я бан 30 дней? Не знаю, писали недавно, что был баг. Типа банишь там на сколько-то минут, а бан на месяц. Типа, наверное, это с этим связано, походу. Не знаю, короче, я не слежу за этими моментами. Вот, но я видел, что в конфе что-то такое писали. У кого-то такое было. Но я уж точно не помню у кого, ребятки. Пилон Гигасник с кибернетчиков, адептов Старгейт. У неразима варп надо тоже заказывать. Здесь рипер прилетает, но он уже как бы не особо ничего не сделает, потому что готов адепт. Надо просто встретить этого рипера. Неразим в виде встречает, пробочки заказаны. Бустится Нексус, только на второй почему-то бустится, на мейне почему-то не бустится. А что тут на мейне бустится? А, второй адепт бустится. А куда, зачем он второй-то бустится? А, типа первый вперед полетел, а второй дома стоит. Так, здесь пробка, кстати, приходит. Сейчас можно спилить КСМ-ку просто тупую. Теряет Аверс КСМ-ку.
Сейчас еще адепт зайдет вторую, убьет стопудово, походу. Ну, цеха достраивается уже, я так вижу. Так, заходит неразим. Минус Марик. КСМ-ка тут ходит. Будет уходить. Она нафиг отсюда, естественно. Здесь, кажется, Рипера. О, еще и Рипера поймал. Здесь Аверсу неразим. Да, короче, на 200 уже потеряно. Здесь КСМ пытается вернуться. А что за прикол-то вообще? Еще минус одна. Вообще неплохо. Уинтера 95 поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает: свитер бомбизный просто. Д. Спасибо, Винтере. Чё за свитер? Мой, что ли, свитер? Унгернами поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: батли нет, завязывай бухать, переходи как все на боярышник. Как все. Так, Оракул плюс Адепт, что смотрите, Минка выстрелила сейчас, и, короче, у Аверса проблемы дикие здесь просто-напросто. Ну, там рядом еще одна Минка есть, ну, на Адепт ее выманил, короче, залп, и в итоге Оракул-то живет, все нормально, улетел и дэмэдж нанес вообще. Спасибо всем за падежос, не свитер, это такой, как футболка с длинным рукавом у меня, но она кайфовая, такая мягенькая, ее можно и на голое тело, и под футболочку одеть, прям ништяк вообще. Здоров всем, пацаны. Помните, что на туре. Спасибо всем еще раз за поддержку. 50% вот такой поддержки идет на турнир, ребятки, на наш призовой. Соответственно, на LAN-турнир 14 апреля будет в Москве. Вот. Некоторые люди, которые обещали заранее еще 100%, я тут, ну, то есть от их туда запилю, как только мне там что-то переведут. Такие дела. Но вас потом добавлю, ребят. Здесь 0-0, первая карта неразим против Аверса. Понятно, что Аверс мех играет, но начало так силы у него было. Неразим потрепал его немножечко, но не убил вообще. Так, улетать, может, ревелейшны покидать. Фениксы делают, кстати, уже сколько их вообще, этих фениксов? Уже 3 летает. Ага, вот ревератор полетел, а феникс готов. И второй прилетел. Ну, вдвоем они быстро забомбят Либерка. Стрельнул он, и пробку, по-моему, в газ сныкало сейчас только что. Да, ноль пробок потеряно. Я видел выстрел, а пробка в газ подсныкалась вообще. Гости ушли у неразима, да. С тиранами ушли попроще играть. Так, плюс еще один пилончик. 4 феникса тут пролетают, соответственно. Минус КСМ-ка на продакшене. Тут какие-то там циклон бегает. Может, кстати, медивак попробовать шатнуть. Ну и, кстати, Аверс играет в мех, а не в био. А мы уже сегодня видели био от Аверса. Минус медивак. Ну да, что-то реально неразим получше, чем то ПВП играет. У меня такое ощущение складывается. Рабочих вот зашатал. Это уже похоже на игру, но, может быть, там действительно кто-то отвлекал. Я не знаю, короче. А, мой? Ну, мой-то да. Так, с гитов сколько? 7 гитов, архив темпларов пошли. Тут, я не знаю, тут надо как-то похарасить, полетать, что ли, неразиму еще, и потом попробовать какой-то выход, может, сделать, не знаю. Так, хорошо, Тор по фениксам влепил сейчас. Спасибо, Ардок, что смотришь. У кого есть бабос, тот и кинет. У кого нет глифов, и у кого есть желание поддержать турнир, там и все дела. Вот. Так, 6 феникс. Продолжается харас. Уже, блин, уже посмотрите на сколько. На 1450 неразим тут на харасе. Уже четвертый Нексу ставят. Уже вообще, блин, жесть какая-то. Тут уже, по-моему, в лоб можно пробивать идти. Гитов в итоге я 7, как было, так и вижу 7, соответственно. Пробивается камень, чтобы там никакие выходы не... Ну, то есть, тиран, чтобы когда пришел сюда, здесь удобно было просто передвигаться без камней. Пошли иммортал. По-моему, можно призму было сделать и пробить попытаться. Тем более, здесь мейн туретками не прикрыт. А когда фениксы есть, можно ими затанчить выстрелы туреток, например, и залететь нормально туда.
Еще одна КСМ-ка минус. Ох, блин. Неразим задолбал. Так, барак пробивают фениксы. Активные 6 штук. Кстати, барак упадет, походу. Он не выживет, несмотря на то, что броня у него единичка есть. Но один феникс минус в итоге. Ну, не знаю, барак на феникс, конечно, мне кажется, точнее, я уверен, что не надо разменивать, но тем не менее, как бы, нормы так. Плюс еще 3 гита, сейчас 10. И будет у 4 нексусов нормально, у нас 10 гитов. Оракул с полной энергией, можно ставить на хлоушек здесь, здесь там парочку поставить и попробую выйдет, а потом... Так, вот минка идет. Неразим ее видит, убивает. Здесь 2 минки вкопано, ну, кстати. О, бах, бах, минус 2 феникса сразу. Интересно, когда Неразим в атаку собирается идти, пока еще не вижу желания на выход какого-то. Вот, или все-таки будет. 170 на 130, с такими лимитами можно и нужно пробивать. Вот я считаю, что вот если в таких играх. Так, танки засижились. Выход идет. Здесь оракул плюс фены. Так, надо зайти как-то на муви, что ли, сюда подняться всеми, пока танки не такут. Либо прийти там на третью с другой стороны. Я даже не знаю, как тут лучше сделать Неразиму. Он заходит, там уже аверс рассижился, нормально. Так, не-не-не, сюда вообще ни в коем случае не заходить. Вот этот танк здесь помогает очень сильно. Приходит новый зил, это уже 200 лимита здесь вообще. Привет, X-Focus. Ну все, сейчас надо заходить, как бы, и норм все будет. Так, Архон затанчил минт, пошел замес. Неразим прыгает всеми зилами вперед. Танчиков парочку поднимает. Хелбаты очень жестко зилоты встречают, но не все зилоты пошли вперед на хелбатов. И это очень хорошая новость для Неразима, потому что часть еще потом в атаку пошли затанчили. Танки падают, 140 на 80 по лимиту. Что тут хлам вообще выносится просто все. ГГ, пишет Аверс. 1-0 Неразим, вторая карта нам нужна, ребята. Так, а вторую карту мне говорили. Так, неоновая площадь сейчас, да, у нас тут? Так, ну что ж, погнали, ребят. ГЛХФ, ГЛХФ, Неразим 1-0 повел. Вторая карта, Аверс Неразим. Рискнет ли Аверс сыграть мех? Ой, рискнет ли сыграть био, предыдущие разы играл. Или все-таки мех будет играть, посмотрим.
Так, Winter Yonder Name надо добавить. Секундочку, ребят, спасибо вам еще раз за поддержку. Такс. 200 - 3 - 92. Такс, ну пришла пробку напрягать. Так, вот как-то так. Спасибо всем, уже пару рублей выше 30 собрали призового точно, плюс еще то, что обещали. Ну, я думаю, да, 45 где-то уже есть. Это хорошо. Здесь пилон Гига, Сник, Скибернетчика от Неразима, все на лоу-граунде, в стенке делается. И вот по... Есть билды с подпушем, как бы, вот такие вот неплохие. Когда гейт, особенно в стенке строится. Но там Зилот и Сталкер идет, и второй Сталкер, там все под бустами. Приходит Зилот, Сталкеры начинают напрягать жестко. Как бы, очень неплохо работает вообще. Так, ну по пробочкам Неразим уже в плюсе. Сталкер тут здесь сбоку бегает. Марик ушел. Смотрите, сейчас можно просто что здесь натворить. Раз, два, три. Три потенциальных цели, смотрите, вообще. Оп. Раз минус. Два минус, братан. Ты что, куда стреляет Неразим вообще? Куда ты стреляешь, Неразим, друган? Просто три пробки пришел, забрал. КСМ, простите, не пробки, пробки у протусов. Продолжает контроль, я что-то, да, в натуре Неразим прошлую игру играл тогда. Вы видели, как бы, здесь совершенно другой расклад идет. Либо Неразим к успеху ушел, либо там его там прям это, заходили в комнату и не давали ему играть. Другого варианта нет, ну, главное, что здесь происходит движение какое-то. Steam Avers играет, ну, как бы там блинк и... Будет встречать заранее Неразим, наверняка робо ставится. Плюс уже, смотрите, да какие марики-то. Ну, хотя марик подрезает тоже, почему нет. Можно вот этого залпа забрать, например. Тут Аверс уходит, и Неразим тоже уходит. КСМ-ку можно было забрать. Но в любом случае, потери нулевые у Протоса, а у Тирана на 250. Две КСМ-ки. А нет, 3 КСМ-ки и 2 Марика погибло. Причем самое страшное, что 3 КСМ-ки так рано погибли. Поржа пошла после роба. Пошли до варпа. Здесь наверняка выход будет, получается, на стиме. До медиваков. Или, я не знаю, или Аверс будет ставить копиться вообще. X-Focus, Валерьевич, Валерьевич, отчество. Вот. Мое. Опа, встреча состоялась, как говорится, напряженная. Ну что, минус пару мариков сделал Неразим, уходит назад. Аверс ставит третью ЦЦ-ху, то есть не будет пушем никаким. Здесь даже медиваков нет, там все простимленное, тем более. Так, Робубей. Форжа уже работает одна, плюс два гита. То есть выход в колоссов, очевидно, идет. Но что-то третьего Некуса пока нет. Боится, что-то Неразим его ставить. Только сейчас пойдет. Ну, надежный такой третий Некус, я бы сказал бы это. По экономике уже отстанет, наверное, от Аверса он, когда ЦЦ-ха будет качаться. Хотя, может быть, и агрессивно сыграет даже Неразимчик-то. Гейтов 5 будет. Странно, это количество постоянно у Неразима.
Обычно сейчас как бы, ну, 2 гейта, плюс там, точнее, 3 гейта в начале, 3 потом, и плюс 2, 8 там, а там уже, если, ну, там, дальнейшая макро, там уже по обстоятельствам делается. Так, ребят, на Твиче, там везде, где вы не смотрите, на Ютубе, на, там, Одноклассниках, плеере, вот. Приветствую. Чат. В основном люди на Гудгейме сидят. Поэтому, соответственно... Остальных не особо активность проявляют люди. Так, с медиваками движуха идет, то есть... Здесь уже колосс первый готов, сейчас пытается Аверс понапрягать неразимо. Ну, пилон сейчас убьет, но зато пилон даст вижен и даст информацию, здесь выход какой-то идет. Здесь есть блинк, здесь есть, получается, чаш, здесь есть колоссы уже. По крайней мере, ренжа только нет. Сканит Аверс, видит, что неразим вперед не выходит. Так, пилон убил и отошел назад вообще. Надо ли дальше лезть? Да нет, конечно, не надо. Неразим сразу вперед пошел, как увидел на пилоном этих юнитов, он мог бы пытаться медиваки сбить и вообще не дать отступить нормально. Так, призма полетела вперед, ну, призмой подсвечивать плохая идея, на самом деле, было бы здесь марики, были бы здесь марики, можно было просто сбить ее. Ну и, кстати, гейтов сейчас уже 5 штук уже. Что-то маловато гейтов, дестабилизатора неразим делает, держит все на третьей базе, кстати. Призма и летает, что-то тупит. Чего он здесь летает? Зачем она здесь на патруле летает? Ну, сейчас марики собьют. И что за дебилизм-то пошел такой? Странный, короче. Так, что там происходит? Дроп на мейн. Так, телепортнулся неразим криво просто на мейн. Сталкеров просрал. Здесь еще все плохо как-то стало. Хорошо дестабилизатор. Ну как хорошо? Мародер Марик погиб, дестабилизатор бомбанул. Продолжается движуха на мейне. Сейчас Аверс пилон собьет, кстати. Неразим на него варк, сразу юнитов теряет. Ну, Роба не убьет уже. Аверс становится понятно, потому что там есть чем прикрыть. Ну, неразимо, что самое поразительное, все равно лимита меньше. Чего он боится-то вообще? Но он не видел, что там тут без медиваков юнитов взял, отступил. Здесь просто надо на клике было вперед, это ничего бы не убежало бы вообще от неразима. Две атаки уже есть, но фаржа не работает, почему-то броня не делается, третья атака не делается, странно это. Дестабилизаторов что-то неразим здесь много строит, нахрена они ему вообще нужны в таких количествах, тоже непонятно. Так, здесь пилон, наверное, нашел, убил, молодец. Да, варп сталкеров идет тут на мейне для обороны. Вот либератор залетел, кстати. Вот он раскладывается прямо на мейне. Неразим его не видит. Он начинает стрелять уже. Сталкер в пачку, которая за зал просто может его сбить. Но пока они подошли, 5 пробок уже минуснулось. Все равно у Неразима 67 на 59 по рабочим. В плюсе он как бы все хорошо. Но у Неразима грейда не делают. За Аверса уже 2-2 заказано. Как бы, если Неразим что-то не закажет, будет с двумя атаками против 2-2 тирана. Это уже так себе расклад будет. Дестабилизаторов очень много настроил. Опять тут либератор прилетает. Короче, не знаю. Оставить по 2 сталкера просто вот на краях мирал здесь-здесь, как бы идти вперед. Либератор прилетает в очередной раз мимо второй базы. 3 сталкера до варпа идет. Ну и что, внутри сталкера? Где они вообще, сталкеры эти, бегают? Бля, куда все ушло? Что вообще творится? Неразим вот эти контролаты, гляну. Ну ясно, короче, все в одном контроле. Хорошо, хоть без дестабилизаторов. Дестабилизатора в другом. 2 роба уже работают. 3 дестабилизатора есть. Сейчас еще 4-5 будет. Третья атака, наконец, заказана. Густы пошли. На мейне ни сталкеров, никакой обороны нет. А, тут 4 медивака, 2 либератора. Со стороны Аверса вперед летит. Неразим делает выход, который может убить вообще Аверса. Интересно, есть ли у него рекол. Да, рекол есть. Тут придется реколиться вот такого дропа большого. Иначе как бы мейн потеряет моментально. А если бы он как бы отбивал, например, убивал бы здесь уже, как бы, то тогда, ну, можно было бы не реколиться. Либо оставить немножечко юнитов и рекольнуть сюда. Из центра лучше рекольнуться, отбить мейн и потом еще раз в атаку пойти. А призмой можно на мейн куда-нибудь наварпать. Как бы у Аверса вообще там нет никакой обороны.
возобновлена. Так, два либерата, 4 медивака прилетают на мейн. ТП будет, не? Да, будет ТП. ТП, что не разим. Очень много юнитов прилетает сюда. Один медивак сразу же не ушел. Второй еле живой, но ушел. Ну, 7 пробок потеряно. Нормально, более-менее отбился, как бы. Потери более-менее адекватные. Так, на третий тоже отбился. Опять на мейн за дроп. Да сколько можно пропускать сюда дропа, блин. Неразим, что-то тупит, блин. Опять все, прикиньте, полный медивак мариков летает и не может никак неразим его фокуснуть, а что-то пауза ставит, что-то у него там лагает жестко, походу. 2-2, плюс атака воздушная. Рейндж либератор, не знаю, что там за лаги. 9 фпс, 9 фпс это комп, блин. А не этот. Игра возобновлена. Игра приостановлена. Так. Короче, сейчас из репки будем грузить все. Не знаю, что там у Вальса случилось. Ну, короче, сейчас перезагрузка будет, соответственно. Так. Так, привет, Костебрак. Ждем Аверса. Я не знаю, что у него там с компом. Кстати, кто-то мне там что-то... А, фокус 15 рублей прислал. Чем есть? Могу. Это ты про это спрашивал? Спасибо тебе за пятнаху. Так, ну что, на 7 рублей призовой можно увеличить смело. Сейчас все приедут. Короче, ребят, спасибо всем за падежо, за призовые.
Так, заходит Айрс сюда. Все нормально, надеюсь, будет. Так, ну что, возобновляем игру. Неразим Айверс, короче, там была пауза. Все, игра загрузилась, и восстановление сейчас идет. Так, ну что, восстанавливаем медленно, но верно репку. Спасибо всем за поддержос еще. Помните, что надо тут поддерживать, что план призовой собрать вообще. И можете Starline также поддерживать, ребят. Иногда кто-нибудь спамьте там ссылку на турнир. А, у меня она открыта специально даже для этих целей. Вот. Проспамлю я ее сейчас вам. Ну что-то, ну хотя игра не быстрая, поэтому долго и грузится. Относительно не быстро. Так, поехали. Все, ребят, чуть подлагало, но продолжается. Все, здесь неразимо 1-0 ведет. Вайверс там рейндж либератором, что-то туда-сюда побегали. Тут плюс 3 грейды подъезжают. Здесь Вайверс сходит, пилуна выбивает на халявку. А это что, призма здесь? Да, призма стоит. Сейчас неразим призму может потерять просто и потерять возможность контратаки адекватной просто. Что ты делаешь, неразим? Просто призму слил в итоге, молодец. Короче, теперь и контратаковать особо ничего. Ну, сталкеров дома еще пачка хорошая стоит, дестабилизаторы дома. Печаль какая-то. Так, здесь, кстати, планетарка на четвертой базе. Надо на халде тут постоять немножечко. Дестабилизатор. Хороший залп делает. Еще пошел залп. Еще два мародера. Минус. Ну так, пришел. Пошатал немножечко. Неразиму. Айверса. Надо взять с мейна сталкер. Прямо почему так армия такую часть небольшую только взял у нас. Неразим получается. Надо пойти как-то. Не знаю. Вот на второй все открыто. Вообще ничем не прикрыто. Там можно камни пробить, зайти спокойно. Здесь можно пройти даже на вторую, на муви вообще, да? Так, сталкеры с мейна еще не пошли туда. Да, пошли сталкеры с мейна туда. Тем временем неразим приходит к базе.
У Аверса просто нет либераторов здесь разложен. Смотрите, на халяву просто заходить. Вообще ничего нет на ХГ. Вообще. Либератор плетает, сразу фокус его пошел. Этого либератора. Гасты уже появились, кстати. С гастами попроще будет биться. Но тут дестабилизаторы, кстати, неприятно так накидывают Аверсу. Ну, он, конечно, разложился, удали либераторов. Гасты все на муве слились. Здесь тоже вроде как неразимо отбился. Да, варпы еще идут. Броня делается, три атаки уже есть при этом все. Ну, как-то сейчас вот запассивничал. Че он назад ушел, непонятно. Ну, может, с приростом соединиться. Но надо как-то ведь развивать успех свой, получается. Здесь вот на второй базе есть пару либерков, конечно. Но что они там сделают, эти пару либерков? Заходит опять на 9, получается. Здесь планетарка очень сильно застраховывает Аверса. Но можно на... Так, два либерата здесь пролетают. Ну... Там два сталкера, вар происходит. Так, а чё париться-то неразим, ещё не понимаю. Пошла атака. Либератор раз минуснул. Дестабилизаторами неплохо там прилетело. Подзабомбил. Либератор, смотрите, Аверс думал, что здесь база есть, походу, а ее здесь нет, тупо. Ой, как дестабилизаторы! Офигеть, Аверс пропускает такие залпы жесткие, просто невероятно жесткие. В это время ТП сюда делается. Что телепортнулся? Вся армия телепортнулась. Нексус упал, но в расход пускает неразим всеми девать. Короче, 140 лимита там у Аверса уже остается. Здесь уже и улетать-то особо нечему. Нексус тупо надо восстановить там, и все будет нормально. Кстати, неразим делает блинк даркам. Зачем ему блинк даркам, если у него дарков нет? Ну, дарков можно построить, а блинк на перспективу пригодится. Несколько сталкеров на мэне, спилончик добавляется еще. Саплай-блок такой, что здесь надо 4 где-то пилона строить, чтобы в плюс выйти. Но неразим не делает ни одного вообще сейчас пилона. Идет опять вперед, как на камни пробить, да, чтобы уже нормально проходить вперед. Здесь пишут, что цеха с мейна перелетает. Не знаю, зачем Аверс цеху сюда ведет орбиталку. Здесь уже планетарку просто разложил бы и все. Так, камни пробиты. Заходит неразим, видит Аверса, прекрасно забоялся сюда идти, почему-то. Меняет направление движения, но ну, на четвертую, да, на планетарку, на 9 может зайти просто. Ну, Аверс пересижился сюда, получается. Пришел, опа, а чё боится-то неразим? А, ну он здесь какие-то дропы шатает. Ресурс, ну, чё за прикол? Чё опять за 3-2-2 пошло? Какие вообще ходят здесь без призмы? Вообще, чё он делает, неразим, я не понимаю. Чё он бегает-то взад-вперёд? Так, взрывает дестабилизаторы, неплохо, по ЦЦ-хе прилетает, везде пролетает, их реально много. Аверс идет вперед, получает очень много залпов. То есть даже здесь как-то без призмы неразим напрягает Аверса люто просто. Аверс какие-то там контратаки предпринимает, непонятно. Вот что тут вообще стоит? А, два медивак, какой-то дропщик там. Так, газ упал, здесь продолжается движуха на дальней планетарке на этой. Пытается неразим ее уже в лоб сбрить, сбривает просто планетарочку, она падает. Можно сбрить либератора и просто... Так, можно сбрить либератора и идти дальше пробивать, что и делает неразим. Зал по Аверсу проходит, не достает дестабилизацию. Здесь двойной дроп по ответочку зашел. Ну здесь что, здесь просто он сюда можно телепортнуть этих пробок, дабы еще золото начать. Здесь уже пробил фактически как бы оппонент своего неразим, но тут... Пришлось отступить немножечко назад. Хорошо дестабилизаторами как зашло. 100 на 180 по лимиту, ребят. Но это 2-0, как бы здесь здесь все понятно. Дарки вблинкивают, смотрите, в био тут Аверса, как бы. Нигде добычи вообще нету у него сейчас. 80 лимита, он ГГ пишет, как бы здесь везде добывается. И неразим против лайтвейта будет сейчас, как и я тогда ошибался по разговору. Вот. Ну что ж, можно констатировать факт, что два протаса из этой группы выйдут. До этого у нас вышли два тирана. А где же наши зерги? Где же наши зерги? А вот же они в группе А, наши зерги, ребят. И по идее на завтра будет играть эта группа. И мы будем смотреть. Это все дело элегантное.
Так, сейчас я домой звякну быстренько. Так, ну все, я здесь. Так, рекламочку пильну еще раз, ребят. Так что помните про отлоки, ну и подержу, соответственно, пилить. И будем призовой увеличивать лана московского. А тем временем что-то тупеж какой-то начинается. Неразиму надо карту выбрать. Катализатор. Катализатор создаем. Да что за хрень, короче? Ждем лайтвейт, ребят, десайдер матч. Кто выйдет, неразим или лайтвейт, сейчас решится. Лайтвейт готов, неразим, что там. Поехали. Так, что-то сегодня затянулось группка, вчера как-то быстрее, по-моему, все прошло намного. Ну, вчера реально оперативно, пацаны, там хоп-хоп, карт сыграли, здесь какая-то, ну, тупеж присутствовал небольшой, но всякое бывает.
Так, ну что же, ребята. Ну что, первая карта, Lightweight неразим, это у нас катализатор. Минуту игру идет, неразим 5 часов, красный, Lightweight 11 часов, синий. Застройщика в рампе, 2 гейта от неразима, здесь то же самое. Lightweight ставит так, чтобы оставить проход на архонов на более поздних стадиях, неразим этого не делает. Но это не всегда зарешать может, но если ты архонов на мейн телепортнул, у тебя... гейты стоят вот так, как у неразима, тебе придется пробивать, короче, пилон, например. Либо вот этот гейт. Ну, понятно, что в данном случае пилон будет выбор. Вот, у Lightweight же не придется делать. Как бы. Считаю, что это мелочь, ну, важная мелочка, которая может зарешать вообще. Мех с батонами. Батоны на батоны. Были, да, батончики всякие. Вчера тоже долгие игры были, но правда только у братка с кассом там долгие игры были. Остальных особо долгих не было. Так, буст. Буст варпа идет, соответственно, у лайтвейтика. И два сталкера делаются. Привет, Никс. А что же неразим? Неразим у сталкер с Андреа, как все корейцы сейчас отыгрывают. Нет, загадок нет, Никс сегодня, да и подержоса мало. Премиумов я там в начале дня покидал. 10 штук и все. GS нет, никого нет. Загадок поэтому нет. Куда-то там побежал. Сталкером убежал неразим. А, ну он типа не хочет пилон пробивать, а Lightweight его взял и достроил. Удает. А зачем? Здесь что-то прокси проверяется. Прокси никаких нет. Плюс еще два сталкера делается. Ну, как бы стандартная ситуация. Неразим пробок строит, суть, наверное, дело. Сейчас просто нехту заказать и... Ну и все, норм будет, что там. Пробки строят, пробок уже на 3 штуки больше. Пошел Нексус буквально на 5 секунд позже, чем у Lightweight. Так, себе, короче, расклад. Для Lightweight, потому что, ну, пилон отдал, непонятно с какой целью. Лучше подменил, как по мне. Здесь у нас батарейка, как бы все работает, все нормально. Три сталкера с Андреа на мэйне, батарейки снизу нет, подлечить нечем. Боится прокси Старгейта, как будто неразимку, хотя Нексус вил, другой там прокси Старгейт. Иллюзию с Андреа запилил, полетит в разведку. Надо довести сталкеров внизу, смотрите, какой напряг. Так, пробочка минус, что боится-то неразимка, вон отдал зачем-то. Ну... сам на халяву забрал, поставленный здесь же ему. Сам же здесь и отдал. В этом месте отдаются пилоны, как бы просто. Вот и все. Где... а где пилон? А вот еще один пилон, где неразим строит. Заказано... обсервер заказан в робо первым юнитом. Кстати, есть Twilight, но в нем ничего не делается пока. Ни блинка, ни чаржа. Вот сейчас блинк только пошел. Это робо плюс 2 гейта. В рабочем проседает, зато он переводит их нормально. Все здесь тоже переведены. 9, кстати, пробок будет. Интересная батарейка, кстати, смотрите. Почти не мешает этот минерал добывать, как бы не блочит. И в таком месте стоит интересная позиция, надо запомнить ее. Так, не, ну блинк это хорошо, но... если здесь какой-то выход сейчас будет, например, на Immortal, то может быть больно. Заказан тоже опс, гейтов 4 штучки будет. У неразима Immortal строит. Здесь тоже Immortal. Кстати, передумал что-то заказал опса, потом передумал Immortal. Но здесь фаржа, то есть здесь будет раньше грейд, а у неразима больше, более агрессивный может быть билд. То есть может сейчас выход сделать на армии с блинком, как бы в перспективе, в ближайшей там, к оппоненту. Ну, будет это делать или нет, неразим, я без понятия, если честно. Один опс вперед летит, там обсервера даже нет, можно на халяву летать, все разведывать. Плюс 2 гейта, можно еще с гейтов добавить. Робо Бэй пошел прям при иллюзии, я не знаю, заметил этого. Вот сейчас точно заметил. Робо Бэй прокликал. Так, здесь опс так аккуратненько облетает неразимовский. Робо Бэй это, видимо, дестабилизаторы, а старгейтов здесь нет, кстати, могут и сработать, получается, эта штука вся. Делается призма, кстати, вот сейчас можно было хороший вообще выход сделать, но надо было... а, надо было Twilight раньше подумал я делать, там чашку не заказывать или с глефами выходить, но здесь и выход
Если и будет тут у Lightweight, то это не будет улыном, то есть он тут робобей строит, собирается переходить тоже в дестабилизаторов, тоже сталкеров, там Блинк делает сталкером, конечно, позже намного, здесь уже сейчас будет готов. Такой неразим поперся, вот неразим поперся, сейчас непонятно. А, ну типа стал здесь просто стоит. Ну и, кстати говоря, грейды-то у Lightweight'а лучше будут, чем у неразимчика. Зато у неразимчика Блинк есть. Так, чё, пробка пришла? Куда она пришла-то вообще? Не знаю, куда она пришла. Да, варп идет. Здесь Блинк есть, может просто не уйти, на самом деле, отсюда Lightweight, если неразим все грамотно будет делать. Частью юнита. То есть просто агрессивным Блинком сейчас примет, например, те же Иммортлов. Так, адепт, конечно же, не врывается. Иллюзию Феникса лечит. Ему иллюзию еще давайте лечить будем. У него, кстати, время жизни не продлевается в связи со всем всем делом. Кривой выстрел дестабилизатором абсолютно в молоко пошел. Но просто аккуратнее надо. Неразиму Блинком пользуется, уходит. Lightweight там филдов поставил. Отступил сам, но пулемет все равно проседает. Зато третий Нексус есть. А что неразиму? Неразима дестабилизаторов все больше и больше. То есть можно какой-то выход попробовать сделать, наверное. Так, адепт 4 штуки аж здесь. Нормально так. Зашли они, огребли быстренько. Люленчиков здесь я даже ни один не успел телепортнуться. Днющий расклад. Еще здесь призме Твайлайт решил забирать их. То есть по нибовской схеме старой доброй. Ставшей уже классическим геймходом хорошим. Ну и что, пойдет какой-то выход или нет? Нет, чуть неразим ходит зад вперед. Lightweight здесь просто на мую юнитах своих. Точнее, не на мую, а стоит юнит своими просто что-то там и не... Оп, прикольно, дестабилизатор обманул 200 хп газу своему. Ну а что делать? Так, здесь все прикрыто. Третий Нексус тоже делается. Рабочих у неразима больше. Lightweight и Nexus есть, рабочих только сейчас. То есть уже можно было плюс 6 где-то пробок построить, только сейчас начал. Отсюда 7 надо переводить сюда, потому что здесь перебор на мане, вот только сейчас перевод. Почему 4, если, то, блин, здесь еще лишних дофигища. И начинается какая-то движня по карте, может быть, даже на призму выхода, что дестабилизаторов очень много вперед идет. Там, кстати, тоже дестабилизаторы у Lightweight, это, между прочим. Еще плюс ХГ, он сейчас может срисовать, что неразим здесь выхода делает. Ну, кстати, видит этот выход. Так, адепт. Адепт прям на мейн. Прямиком летит на мейн. Подпадает на фотонку. Здесь какие-то уже залпы были, я смотрю, видимо. Неразима против Lightweight'а. Хочет подняться на ХГ, на халявку неразим. Поднимается, кстати, халява. Вообще халтура просто полная. Поднялся. Дестабилизаторы в тылу остаются. То есть сейчас просто третий Некс можно Lightweight'у сбрить. А он ничего и не сделает с этим вообще. Хотя у него есть блинк на самом деле. И так просто сбрить не получится, но стабильно прилетает по сталкерам. Что-то какие-то странные переблинки идут. По лимиту уже просто катастрофа. 80 на 116. Неразим просто все разбомбил. Нафиг. Дестабилизатор за КДш. Ё-моё. Это же дичь. Вообще взорвал все. Можно, кстати, так. Пилон в тылу тоже погибнет. Я подумал, это пилон неразимовский. И подумал, что сегодня надо, короче... Так, сегодня топ там. Подумал, что сюда можно варп сделать. Но варпа не будет никакого. Шпилончик. Это не его вообще, ну, он падает как бы. О, 4 дестабилизатора приплыли. 4, куда же ты отступаешь-то? Иди, бери его. Сейчас пока дестабилизаторов нет. Зал по сталкерам. Блинк же есть. Вообще неразим странно. Здесь тут блинк есть, все есть. ТП домой пошло со стороны неразима. Так, молоко тут дестабилизаторы бомбят. По себе дэмэджа хорошо не наносят. По камням прилетело не слабо так дамаг. Здесь четвертый Некс, короче, Lightweight отступил. У него только две атаки плюс против одной неразимовской. Это единственный плюс, который я вижу у него. И я в какой раз уже вижу, что за неразим за херь играет, как бы. Ходит, что-то шатает без призмы вообще. Сделай ты призму, пойди ты уже нормально, короче, подерись. Нет, он куда-то идет там без призмы и напрягает. Так, Антмун 30-очку присылает что-то сегодня. Такой день странный, как будто и не собираем мы на призовых на турнир, ребята. Так, секундочку.
Так, опять движуху начинается. Телемиты практически сравнялись. Сейчас я видел краем глаза, что там попал пару залпов. У нас получается лайтвейт по неразиму очень не слабо. Так, здесь залп. Вообще молоко здесь как в стройку все въехало. Просто жесть вообще какая-то. Зафилдил сейчас неразим, отступил назад, дестабилизаторы все на КД. Ну отойди что назад, ТП-хи нет по ходу дела. Надо в залпы делать, здесь бомбит все, зилков убивает, сталкеров убивает, лайтвейт идет, сливается вообще в мясо просто. Здесь тоже дестабилизаторы приходят. Где Давар, где призма, бля, как вообще неразим так дерется-то? Посмотрите, 2500 минералов. Сделай ты призму, возьми ты ее вперед, грейды на атаку не делаются, призма не делается, блин. 4 гита ему. Плюс 4 еще пошло. Что там опять гости начали напрягать вообще? Так, плюс 5 гитосов. Так, зилоты на второй, зилоты на мейне. 1700, кстати, чаш-то есть. Есть давно чаш. На зилков ресурсов просто не меряй, я не понимаю. Вот сейчас призма появилась. Где она вообще? А, это она рядом с мейном, эта призма неразимовская. Здесь неплохо дестабилизаторами он стреляет. Можно еще варпануть просто на мейн зилков. Так, гиты-то открыты вообще, не? Вот они доварпливаются гиты. Здесь зилки пилон убивает. Нужно улететь сейчас. Так, здесь уже в лоб атака пошла. Залпы в молоко просто идут. Здесь какие-то сталкеры бегают от лайтвейта. Неразим, короче, приходит к нему на вторую базу уже. Здесь проблемы у дестабилизаторов. Мимо патрон прилетает, сталкер убивает. Хотя можно было двух дестабилизаторов одним залпом убить. А неразим не прощает, как раз таки убивает. Ох, по сталкерам прилетело еще. Что это вообще печал? 70 на 130, короче, Нексус падает. Вообще, что это за битва двух Хикадзун воскресная? Просто бегает там 4 зилка, сталкер, армия. Ну, понятно, что контроля много требует дестабилизатора. Но, опять же, вот она, призма висит. Что ее мешает сюда привести? Типа такой тяжелый контроль у неразима здесь, что ли? Походу, что да. Можно призмой залететь сюда, 8 зилков наварпить, например. 9 гейтов, тем более, там просто зилотов не меру. Сейчас берется опять армия, и опять она вперед пойдет, походу. Так, здесь забегание зилков на вторую, кстати. Выход наверх идет, здесь обсервируем. Сейчас палят все, получается, как бы, лайтвейт. Призма стоит, вообще в атаку не идет. Почему она в атаку не идет? Здесь силы-то сталкеров на центр шатаются. Как на одной атаке в итоге сидит у нас. Просто на мув пришли мимо. Что мешало развалить вот эту базу? Они просто на мув пришли. На мув пришли на мейн. Так, фотоночка падает. Здесь четвертый никс уже падает. 170 на 142 по лимиту. Короче, лайтвейт здесь согребает по всем направлениям. Опять же, на мейне зилоты убивают все. Похоже, сейчас уже точно. Здесь дарк зилок вообще. Чуть какой-то... Каких-то много событий, как бы, но по карте. Но они в каких-то маленьких масштабах происходят. Не корейских, я бы сказал. Так, здесь хороший по дестабилизаторам прилетел залп. Ну, тут в целом-то, как бы, смотрите. Мейн сейчас упадет. Здесь просто зилоты все убивают. Короче, даже 3-3. Третья атака лайтвейта не спасла. Он ГГ пишет 1-0 неразим.
Так, Blackpink, вторая карта, нас создаем. Так, вторая игра, поехали, ребятки. Так, X-Focus там 36 еще. Что там, разбушевались, что ли, в поддержке, что ли, типа, 36, а сколько плюс 15? 51, что ли? Ну, у вас гонка. Прямо не на шутку разошлась. Потом там все я посчитаю, к чему. Так, неразим 1-0, вторая карта Blackpink, неразим 7 часов, лайтвейт на так, что за херь, короче. Вот, давайте до конца выясняйте, я так сейчас переставлю тебя, а вы там выясняйте, кто топчик. В итоге он закрепится на той позиции. Спасибо всем еще раз за поддержосы различные. Ну, что-то мужик пока молчит, ничего не говорит. Ну и помните, в 12:30 завтра ГСЛ, полуфинал, Су против Статса, бой 7 будет. Будет огонь игры, стопудово. А здесь уже какие-то, смотрите-ка, начались чудо-стратки. Я вижу прокси-пилон у Неразима, вы видите где. Что это будет? Twilight, Darkshine, Stargate, непонятно. А здесь у Lightweight пилона интересные позиции. Кстати, сюда можно гейт поставить, он вниз сюда варпить, например, кстати, юнитов вообще. Почему это ты говоришь, Джеди Мастер Тиран? Я надеюсь, ты не в математике победы это вычитал. Вот. Так-то вообще-то можно и дестабилизаторов поднять, чтобы выстрелы их сбить, получается. Да, Старгейт, а здесь прокси роб, кстати. Война прокси начинается. Вот. Сюда, если здесь батарейки не бутарахнул, прилетит минус экономика будет, но с Иммортлом зато можно очень неплохо давить будет.
Так, вайт. Пилон не минуснул, а зря не минуснул. Ну, кстати, зато, смотрите, он пришел и обнаруживает, что на мейне-то нет ничего. А как на это реагировать? Значит, дома что-то держать надо, получается. А что тут дома держать? Так, пошел гейт, иммортал строится. Тут все это иммортал плюс гейт и пуш. Здесь проверка прокси идет. Ну, снизу точно не найдет. Сверху тоже вроде как до этого места не доходит неразим. На ксилнагу пошел. Так, оракул первый готов, но не показывает. Первый двумя хочет залететь. Так, сталкер прям, смотрите, прям снизу ходит. Его видно даже с этого прокси. Так, поехал неразим сюда проверить. И сейчас обнаружу, что здесь движуха идет. Так, ну пора выход делать, иначе может плохо быть тут лайтвейту. Вот что-то долго он здесь собирается, короче. Пока обсервер сюда еще прилетит. Так, пилон первый падает. Оракул, кстати, ничем здесь не помогут. Пилон номер один минус. Надо зайти сюда в рампу, кстати. Смотрите, халява, просто заходи, пилон убивай на гейтах. Они отключатся сейчас, ё-моё. Куда же ты бьёшь-то, ё-моё? Смотрите, контроля вообще нет. Бьёт, блин, в гейт. Ну, тут пилон другой достроился. Хотя сейчас гейт уже тоже попадет. Неразим вообще, кстати, смотрите, тупит. Он вместо того, чтобы центрю закатать, вообще ничего не закатывает. Так, пилонами батарейки пытается отключить. Батарейка, пилон перезаряжает там. Так, нужно отойти. Филд сейчас есть. Кстати, филд будет. Где филд-то? Филда нет. Здесь за пробками погони. Оракулы развалили. Просто сумбурное принятие решений. Не понял я, что здесь хотел сделать, честно говоря, лайтвейт. Нахрен он лез на этот пилон, встань на лоу-граунде, выбеги и ты зайти. Вы видишь, что нету, например, сентрей? Просто кайте, имморклы есть, юнит от технологии лучше. Просто кайте, да и все. Антмурм поддержал ваш канал на 51 рубль и сообщает топ-2 форева. Спасибо, Антмурм. Так, вообще по красоте ему. Аж 101 ре. Ты топ. Топ-2, получается, стал. Так, ладно, пока будешь топ-3. Ну, на самом деле, ты топ-2, но здесь просто момент истины в этой игре, как бы, тяжелая ситуация, и нужно что-то делать. Ну, тут 10 пробок на 23 не в пользу лайтвейта, это очень плохо вообще. А, 111 даже. А не 101, я что-то криво считаю. Опа, смотрите, а как это я вывел? Это какой-то АПМ игрока, кстати, походу. Чё я за кнопку-то нажал? Прикол, а чё это за... Я вообще не знаю, первый раз... Блин, этот интерфейс каждый раз просто удивляет, на самом деле. Меня, если честно. Так, здесь-то выбил-то прокси, понимаете, у неразима есть возможность Nexus заказать, у лайтвейта этой возможности нет, он мог только с первой... Вот когда такая ситуация, нужно идеально сконтролить юнитов своих вот здесь вот получается. Еще 6 пробок минус. Идет лайтвейт в атаку. 3 сталкера, 2 иммортала, 2 сентри, 2 зилка. Ну, здесь уже, вон, посмотрите, какая дичь. И оракулы живы до сих пор, кстати. Ну, тут все, тут ГГ можно писать. Рассчитывать здесь уже не на что особо. Да все, я понял уже, там задержка просто.
пришел, лайтвейт отдал, слушайте, неразим 2-0. Вышел полузерам, собственно говоря, и со второго места это получилось сделать. Такие вот дела. Ну, будем считать, что гости были у неразимов в тех играх, как бы, и, соответственно, он не смог нормально отыграть, а здесь смог нормально отыграть. Вот, просто если будет часто повторяться, то это будет очень подозрительно, такая хрень. Так. В общем, ребят, что я могу сказать? Стоп-старт делать не буду. Запись будет на Ютубе. 12:30, помните, ГСЛ. Завтра СУ против Статса. Будет огонь. Также завтра Nation Wars начинаются. Но завтра наших не играют. Австралия против United Kingdom. Швейцария, Норвегия, Канада, Венгрия. У нас такие пары будут. То есть мы посмотрим одну пару 18:00 Nation. И потом, соответственно, начнем, короче говоря... нашу группу. Зератул 123 поддержал ваш канал на 50 рублей и сообщает: неразимчик могет. Это, видимо, просто женщины мешали. Женщина? Согласен. Может быть, даже чьи-то мама. Ладно, короче, все, ребят, пока. До завтра всем. Приходите 12:30, обязательно, будет очень интересно. Сустас, полуфинал ГСЛ.